Всем доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Есиков. У нас сегодня первый выпуск аудиорассылки «Разберемся с», который я планирую выпускать еженедельно. Мы с вами постараемся взглянуть на привычные нам вещи несколько с другой стороны, а помогать в этом нам будет Елена Любимова и Дмитрий Байда и замечательный сайт первыйсоветник.ком. Первыйсоветник.ком – путеводитель по хорошим книгам. Сегодня мы начинаем тему религии. Точнее, христианство, и сразу оговорюсь, чтобы не обидеть добропорядочных христиан, мы не будем ругать именитых и не очень церковников, наводнивших в начале 90-х годов Россию дешевым, беспошлинным спиртом и табаком, не будем также переходить к личностям, а обратимся напрямую к фундаменту этой религии, на коем она и покоится. Чуть не сказал с Богом. Речь у нас пойдет о Библии. Почему так? Эта книга, как я уже говорил, основа, фундамент христианской религии, и хотя по словам Библия понимается определенная часть канонических текстов, не занесенных в апокрифы, то есть разрешенные к массовому чтению, начнем с Ветхого Завета. Все это началось, в принципе, из-за того, что все, с кем бы я ни разговаривал, из людей верующих и даже посещающих церкви, и даже посещающих службы, но саму Библию, к сожалению, не читали. Хотя я усердно облазил весь интернет в поисках статистики, такого не нашел, сделал вывод, что если есть верующие люди, прочитавшие Библию хотя бы раз в жизни, то мне таковые неизвестны. А потому и наша рассылка будет носить название «Давайте разберемся с Библией». Как я уже говорил, в этом нам поможет одноименный выпуск рассылки сайта первыйсоветник.ком. Как поможет? Мы просто донесем до нашего слушателя то, что уже было написано в рассылке с этого сайта Еленой Любимовой и Дмитрием Байдой. Но, как говорится, с Богом! Считать сюжет провокационным, значит, упустить самую суть и вынести неправедное суждение. Право судить принадлежит Богу и только Богу, о чем следует помнить кинокритикам. Шутка. Прежде чем наносить увечья, из-за этого кинопустячка вспомните, даже у Всевышнего есть чувство юмора. Возьмите хотя бы утконоса из кинофильма «Догма». Очень многие люди говорят о Библии, но, оказывается, очень немногие ее читали. Недавно и мы входили в число этих немногих, однако, когда мы слышали, как некоторые люди восхищались библейскими текстами, в нас крепло желание тоже испытать это восхищение. Действительно, ведь должно быть очень интересно прочитать книгу книг. Самую главную книгу на Земле. Интересно каждому узнать, какую мудрость она хранит для нас. Интересно, какие тайны в ней раскрываются. Чему же она нас учит на самом деле, к чему призывает все человечество уже 2000 лет. Главное, чтобы появился интерес, дальше дело за малым. И мы начали ее читать. Да-да. Мы начали по своей воле читать Библию, это оказалось очень интересным и поучительным занятием. Нужно было только немного терпения в начале. А результаты оказались настолько ошеломляющими, что мы решили рассказать о них специальные рассылки, в которой мы главу за главой кратко, но точно изложим вам содержимое Библии и поможем обратить внимание на самые интересные и важные идеи, вопросы, выводы. Давайте для начала проясним ситуацию со святыми книгами вообще. Прежде всего, давайте попробуем выяснить, чем святые книги отличаются от остальных и почему им придается такое большое значение в нашей жизни. Святые книги, Библия, Тора, Коран и прочее, по идее, должны рассказывать нам, простым людям, о том, о чем мы сами узнать или догадаться по ходу жизни не в состоянии. Что же это может быть? О чем же должны сообщать нам главные книги человечества? Скорее всего, в святых книгах будут не совсем уместны сведения, которые печатаются в обычных книгах и служат в основном меркантильным и каждодневным целям. Также здесь наверняка будут неуместны ответы на некие частные или национальные вопросы, учитывая, что эти книги читают многие миллионы совершенно разных людей. Скорее всего, святые книги должны вести людей к просветлению. Это достаточно важная и весомая цель, которая вполне может
оправдать многочисленные усилия, которые прикладывались на протяжении веков для сохранения и распространения святых книг и рекламируемых ими религий. Хорошо. Давайте теперь выясним, что же такое просветление. Наиболее понятное и разумное, на наш взгляд, определение этого понятия дал Николай Левашов. Просветление – это способность человека превращать информацию в знание, то есть в осознанную информацию и, собственно, переход человека на новый качественный уровень понимания происходящего. Прекрасно. Теперь нам вроде бы ясна цель сотворения святых книг, и мы рассчитываем почерпнуть из них нечто, что, возможно, позволит и нам достичь просветления или хотя бы сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Здесь почему-то сразу вспомнился страшила из волшебника изумрудного города. Это тот парень из опилок, который хотел попросить ума у волшебника Гудвина. Да ладно, все равно давайте продолжим. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В русском переводе с параллельными местами и приложениями. Издательство «Библейское общество. Москва. 1995 год». Дополнительный тираж 150 тысяч экземпляров. Ну что, начнем? Давайте для начала ограничимся изучением оглавления и некоторых статистических данных, которые всегда доступны любому желающему. Книга состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Оглавления у них, соответственно, тоже разные. Давайте же посмотрим на них. Ветхий Завет, оглавление. Пятикнижие Моисея. Бытие, сокращенное обозначение «быт», количество глав книги 50 – страницы 5-54. Исход, сокращенное обозначение «из», количество глав книги 40, страница 54-96. Левит, Лев, 27 глав, 96-126. Числа, сокращенное «чис», 36 глав. Второзаконие, сокращенное «втор», 34 главы, 167-205 страницы. Далее на нас идут книга Иисуса Навина, Нав 24 главы, книга Судей Израилевых, книга Руфи, первая книга Царств, вторая книга Царств, третья книга Царств, четвертая книга Царств, первая книга Паралипоменон. Вот так. Вторая книга Паралипоменон, первая книга Ездры, книга Неемии, вторая книга Ездры. Вторая книга Ездры помечена значком. Звездочка, это не каноническая книга. Тем не менее, она там есть. Книга Тавита, книга Иудифи, книга Эсфири, книга Иова, Псалтирь, притчи Соломона, книга Екклезиаста или Проповедника, песни Соломона, книга Премудрости Соломона, тоже со звездочкой. Не каноническая, значит. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Ну, сына Сирахова тоже не каноническая, тоже со звездочкой. Книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии, плач Иеремии, послание Иеремии, послание тоже не каноническое. Книга пророка Варуха, ну, тоже не каноническая книга пророка такого. Книга пророка Иезекииля, книга пророка Даниила, книга пророка Осии, книга пророка Иоиля, книга пророка Амоса, книга пророка Авдия, книга пророка Ионы, книга пророка Михея, книга пророка Наума, книга пророка Аввакума, книга пророка Сафонии, книга пророка Агея, книга пророка Захария, книга пророка Малахии, первая книга Маккавейская, со звездочкой она не каноническая, вторая книга Маковейская, тоже со звездочкой. Третья книга Маковейская, она тоже со звездочкой, как и третья книга Ездры, тоже со звездочкой. Там же идут приложения. Это указатель ветхозаветных чтений церковных паримий, нумерации псалмов и названия книг, о книгах канонических и неканонических. Далее там же в приложении библейский календарь. Идут там карты Палестины, план Иерусалима. План Иерусалима – это 1003-1008 страницы. Далее в том же сборнике – это Новый Завет. Оглавление Господа Иисуса Христа, Святое Евангелие. И в этой книге у нас от Матфея – Святое Благовествование, от Марка – Святое Благовествование, от Луки – Святое Благовествование – и от Иоанна «Святое Благовествование».
Далее идут деяния святых апостолов, которым посвящено 28 глав. Там же соборные послания апостолов, послание Иакова, первое послание Петра, второе послание Петра, первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, третье послание Иоанна, послание Иуды, послание апостола Павла, послание к римлянам, первое послание к коринфянам, второе послание к коринфянам, послание к галатам, послание к ефесянам, послание к филиппийцам, послание к колоссянам, первое послание к фессалоникийцам, солунянам, второе послание к фессалоникийцам, солунянам. Я прошу прощения за вот такое вот чтение святых названий. Наша задача точно узнать, что там написано, поэтому мы читаем по буквам, особенно обозначения и названия уже давно забытые. Так, дальше у нас идет первое послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к евреям, откровение апостола Иоанна Богослова, апокалипсис в кавычках, 22 главы, там же приложение, указатель евангельских и апостольских чтений церковных, последовательность евангельских событий по четырем евангелистам. Денежная единица в Новом Завете. Интересно. Так. Ну, о книгах вообще, канонических и неканонических. Что получается? Значит, христианская Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Книги Ветхого Завета писались на протяжении более 1000 лет до Рождества Христова, РХ, на древнееврейском языке. Книги Нового Завета написаны на греческом языке в первом веке по Рождеству Христову. В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между ними в том, что книги канонические более древние, написанные в 15-5 веках до Рождества Христова, а книги неканонические, то есть не вошедшие в канон, собрание священных книг написаны позже. Это 4-1 век до Рождества Христова. Первым собирателем священных книг воедино считают Ездру, 5 век до Рождества Христова. На русский язык Библия переведена в середине XIX века. Русская православная Библия, как и славянская, содержит все 39 канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета. Давайте посмотрим, какую полезную для себя статистическую информацию мы можем извлечь из приведенного выше. Прежде всего, конечно, впечатляет общий объем книги – 1372 страницы. Это при том, что она отпечатана типографским способом на тонкой бумаге и весьма мелким шрифтом. Новый Завет отпечатан более крупным шрифтом. Вероятно, до изобретения книгопечатания тяжело приходилось переписчикам и проповедникам. Одним приходилось годами переписывать одну книгу, другим носить непомерные тяжести. Ведь бумага была значительно толще, тяжелее, да и буквы побольше типографских. С другой стороны, Библия много столетий до недавних пор воспроизводилась только на латинском языке, и поэтому, скорее всего, тиражи были не столь велики, и проповедники на самом деле пользовались конспективными изданиями. Пойдем дальше. Ветхий Завет занимает в книге 1010 страниц, а Новый Завет 360. В процентном соотношении это будет 74% и, соответственно, 26%. Получается, что главная книга христиан на 3/4 состоит из текстов, написанных задолго до рождения Иисуса Христа. Причем эти тексты являлись абсолютным руководством для жизни людей, которые в конце концов привели Иисуса к мученической смерти на Голгофе. Ветхий Завет христианской Библии полностью состоит из фрагментов текстов современной еврейской так называемой Масоретской Библии, которая содержит, понятное дело, только оригинальный Ветхий Завет и состоит ни много ни мало из 39 книг. Благодаря такому счастливому стечению обстоятельств мы с вами можем, получается, параллельно с христианской Библией, узнать довольно много и о еврейской Библии, состоящей из Торы, по-русски закон, Небиим, пророки и Кетубим, писание.
Это позволит нам многое узнать об истории, обычаях, целях, жизненных интересах, миграции иудеев, описанной 2000 лет назад и даже значительно раньше. Очень хорошо. Разберемся заодно и с этим. Возможно, нам это пригодится в жизни. Что ж, начинаем анализировать первую книгу Моисея, которая называется «Бытие». В Библии она занимает 49 страниц и состоит из 50 небольших глав или разделов, призванных, скорее всего, отделять фрагменты текста, несущие различный смысл. Фрагменты текста Библии. Глава 1. 1. Вначале сотворил Бог небо и землю. 2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Так. В первой главе достаточно сжато, на полутора страницах описываются первые 6 дней творения. И первое, что бросается в глаза, это явные и многочисленные противоречия, вызванные либо вольным переводом первоисточника, либо несоответствием древних и современных терминов и понятий, либо тем, что, собственно, творением занимался кто-то другой, а скорее всего и тем, и другим, и третьим. Смотрите сами. Бог создал землю, и была она безвидна и пуста. Однако Дух Божий носился над водой. А как? Откуда взялась вода на пустой земле? Дальше. Бог создал свет и назвал его днем, а тьму назвал ночью. На этом заканчивается первый день. Очень интересно узнать, откуда взялся второй день, если не было вращения земли и смены дня и ночи. Да и земли еще не было как таковой, а была вода. Так, ладно. Так, и сказал Бог, это 6-е, да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. 8-е. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. 10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и подобие ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобие ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. 13. Был вечер, и было утро, день третий. 24. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их, и стало так. 25. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил. 28. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 29. Сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий землю, вам сие будет в пищу. 30.
а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. 31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро. День 6. Так. Глава 2. 1. Так совершенно небо и земля, и все воинство их. 2. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмых от всех дел своих, которые делал. 3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. 4. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю небо. 5. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. 6. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. 7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 8. И насадил Господь Бог в рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. 18. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он называет их, чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. 22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. 24. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. 25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Так, ну что мы имеем? Во-первых, на второй день веселье продолжается. Бог создал твердь, назвал ее небом, и отделил ее воду, которая твердью от воды, которая над твердью. Вот это круто. Интересно, где они такую травку покупали? Ладно, мы вполне допускаем, что этому всему возможно найти какое-то разумное объяснение, но для этого, скорее всего, понадобятся настоящие оригинальные тексты, содержащие достоверную информацию, и очень грамотные и широко образованные переводчики. Потом Бог создает, играючи скопом, все остальные атрибуты обитаемого мира. И вот доходим до стиха 27, в котором Бог сотворяет мужчину и женщину по образу и подобию своему. И благословил их Бог, сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Это случилось на шестой день. Вообще, конечно, мне очень интересно, как по своему образу, допустим, я мог бы создать мужчину и женщину. Не, я, конечно, не Бог, и, в принципе, даже не претендую на это, но я с трудом представляю себе вообще некую сущность, которая по своему образу создает мужчину и женщину. Дальше начинается вторая глава, в которой на седьмой день Бога вдруг пробивает, что во всем созданном великолепии недостает человека. Так, не было человека для возделывания земли. Ну, стих 5, так прямо и написано. Угу. Это что? Не. Ну, невозможно, чтобы Бог был склеротиком или редакторы Ветхого Завета подпили, что ли? Еще раз проверяем. Действительно, стих 5 говорит: и не было человека для возделывания земли. И уже в стихе 7 говорится, что
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Блин. А дальше, в 18 параграфе, Бог опять почему-то сокрушается: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Видимо, Адам был не шибко работящим юношей и не справлялся с поставленными задачами, а, скорее всего, Бог создал не одного человека, кого-то он создал для обладания землею. «Обладайте ею, владычествуйте над сею землею». А кого-то для возделывания земли, что ли? Этих он просто клонировал, как Еву из ребра Адама. Да. Вот это уже становится по-настоящему интересным. Особенно если учесть, что Адам и Ева – первородители иудеев, которых создали для возделывания земли, так и они были наги. Наги – это что? Форма одежды? Или название древнего индийского народа с кожей цвета мраки? Кстати, очень интересную мысль высказал Бог в 24 стихе: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Оказывается, вот когда была создана проблема отцов и детей. Или «разделяй и властвуй». Ну ладно, какие родители могли быть у Адама, которого только что сделали из земли? Клонировали? Ну, в общем, уже после первого прочтения, вот главы первой, главы второй, очень сложно читается книга, очень сложно. То есть, так, нет, стоп. Сложно, это значит, как будто я ничего не догоняю. А чего здесь не так? Здесь русским по белому написано. Но написано «Мама моя». Я бы точно так не написал даже. Не подумал бы написать так вот для своих потомков. Ну, вот я пишу, допустим, даже не знаю что. Да, в принципе, не важно. И вот мои дети, мои внуки, правнуки пытаются вот это вот разобрать билиберду. В принципе, слова русские можно написать. Ладно. В следующем выпуске мы с вами поразмышляем над вопросом, кого и за что выгнали из рая. Также узнаем, как сложилась дальнейшая судьба Адама и Евы, первых иудеев, как они жили, чем занимались, будучи первыми перемещенными лицами, изгнанными из рая. Также попробуем узнать вместе с Ноем, поплещемся в водах всемирного потопа, потом причалим к берегу, проанализируем текст глав 6 по 10. На этом первую аудиорассылку можем считать законченной. Я желаю вам всего доброго. До свидания. С вами был Вячеслав Есиков с темой «Давайте разберемся с Библией», которую я подготовил по материалам сайта первысоветник.ком, и основу которой составила одноименная рассылка, сделанная Еленой Любимовой и Дмитрием Байдой еще в далеком, сейчас скажу, 2005 году. Всего доброго. Всем доброго времени суток. У нас второй выпуск подкаста «Давайте разберемся с Библией». И я, Вячеслав Есиков, продолжаю вас знакомить с этой святой книгой. Кратко для наших слушателей, кому не удалось прослушать первый выпуск, напомним о том, что мы начали читать Библию с одной простой целью, а именно достичь духовного просветления. Ну и как это сделать, если же самим не прочитать самую главную книгу на Земле? Итак, первое, что бросается в глаза, Библия – это очень большая книга. Ветхий Завет, который носит официальное название «Пятикнижие Моисея», содержит 50 книг и 5 приложений к ним, и занимает 1010 страниц. Это я повторяю к тому, что у нас тема христианской религии, а Ветхий Завет – основа ее. Непосредственно об Иисусе Христе на этих 1010 листах еще не упоминает. Глава 1 первой книги Моисея,
которая называется «Бытие», до меня, сказать по-честному, не дошла. Но если быть совсем точным, я вообще ничего не понял, поэтому комментировать я ее не буду. Тут однозначно безграмотные переводчики начудили. Поэтому перейду к тому, что понял, а именно... Ну, сначала еще раз удивлюсь тому, что вскоре во всех наших школах нашим детям придется это изучать. И если они смогут в голову запихнуть такую абстракцию, ну, я думаю, это будут потерянные навсегда дети. И также с той день творения Господь Бог создал по своему образу и подобию мужчину и женщину. Я уже акцентировал внимание слушателей на этом моменте, хочу лишь для людей, обладающих фантазией, предложить, чтобы не попробовали воочию себе представить любое существо, которое способно, копируя себя, создать мужчину или женщину, соответственно. Сказать по-честному, мне это удалось, но я расстроился почему-то. Ну так мне стало ясно, что утром седьмого дня Господь вдруг понял, что чего-то не хватает, и вдруг делает из праха земного человека. Упс. А как же та первая пара? Причем про прах непонятно, я читал про големов, но вот дыхание жизни в голем вошло и стал человек душою живой. Ну, в принципе, тоже ясно, что созданы они были из праха земного, земли вышли, в землю войдут, но... Хвала Господу, он вдохнул в них частичку своей души и, по идее, отправил на обработку почвы. Меня все-таки продолжает тревожить судьба этих двух первенцев. Затем, воспользовавшись тем, что новенький слабее его, Господь одурманивает его сном и хирургическим путем извлекает ребро, из которого делает новенькому жену. Также я понял, что эта пара Адама и Ева были то ли раздета наго, то ли относилась к одному из племен Дравидии Древней Индии, в которой в те времена, согласно другим источникам, проживали племена дравидов и нагов. Вот в двух словах то просветление, которое удалось мне зацепить, знаний, конечно, пока нет, но информация начинает потихоньку набираться. Теперь давайте перейдем непосредственно ко второму выпуску нашей рассылки и продолжим анализ Ветхого Завета. Точнее, анализ уже был сделан в 2005 году на сайте первысоветник.ком, путеводитель по хорошим книгам, Дмитрием Байдой и Еленой Любимовой. Ну, а я, так сказать, озвучиваю его и изредка буду вставлять свои звуки, типа «опа», там «упс», «да», ну и другие буквы. Опять хочется повторить слова русского ученого, академика Николая Левашова, именно в акценте на том, что... Священные книги должны вести людей к просветлению знаниям. Ну вот и по дороге к просветлению давайте отправимся с вами к концу второй главы. Глава вторая, 15. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». 16. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». 17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Глава 3. 1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть». 3. «Только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». 4. «И сказал змей жене, — нет, не умрете». 5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». 7. «И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясание. 8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» 10. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». 11. И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» 12. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». 13. И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». 14. И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во всей жизни твоей». 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 16. Жене сказал: «Умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни». 18. Терния и волосы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. 19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. 20. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 22. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь-ка бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». 23. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Итак, существо, сотворенное на седьмой день, видимо, нуждалось в обучении, его же создали для обработки земли. Конечно, интересно было бы узнать, что такого успели сделать с землей люди и все остальные живые существа, которых создал тоже Бог, может, другой, но днем раньше, на шестой день творения. Вполне резонно можно допустить, что библейский день длился на самом деле не одну сотню тысяч лет и даже не две. Но все-таки очень было бы интересно узнать, для какой такой обработки земли был создан первый иудей и кем именно он был создан. В самой Библии очень много раз упоминаются разные боги, поэтому вполне возможно предположить, что все описываемые мероприятия вытворялись не одним существом, а разными. Жаль, имен их не сохранилось, но вернемся к Адаму. Бог разрешил ему пробовать изучать плоды всех деревьев, даже приводил к нему всех животных и птиц, образованных из земли, кроме дерева познания добра и зла. А почему? Почему Бог не хотел допустить, чтобы Адам, его тогда еще не было, научился распознавать добро и зло? Для какой же работы на самом деле он готовил созданное существо и, соответственно, всех его потомков? Далее рассказывается о том, что давно известно как первородный грех, который вот уже несколько тысячелетий висит над человечеством и вселяет в него чувство вины и неполноценности. Все началось с того, что пресловутый хитрый змей уговорил женщину попробовать плодов дерева добра и зла,
соблазнив тем, что они с Адамом будут как боги, знающие добро и зло. И жена вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, помогать мужу и, несмотря на запрет, берет плоды, сама ест и дает мужу, а все потому, что она вожделенна, потому что дает знания. В результате никто не умер, как обещалось, а даже напротив, открылись глаза у них обоих. Затем Бог, почувствовав неладное, начал искать Адама в саду, как будто они играли в жмурки, и учинять ему допрос с пристрастием, откуда, мол, он знает, что он наг, и не ел ли он плодов. В общем, ведет себя как-то по-человечески, что ли, а вроде как должен быть всевидящим и всезнающим. Выяснив, кто кого подбивал на неповиновение, так сказать, исполнителя и заказчика, Бог выдает наказание в виде проклятий. Змею ходить на чреве и есть прах. Вот мне очень интересно, а как до этого передвигались змеи? Жене тяжелую беременность и трудные роды, влечение к мужу. Это, наверное, плохо. И его над ней господство. Ну, не знаю, наверное, хорошо. Адаму в поте лица обрабатывать неплодородную землю, как следствие со скорбью питаться от нее. Любопытное наказание физическим трудом, да еще в экстремальных условиях. Не слишком ли жестоко? Это все за жажду познания добра и зла. Почему? Что плохого в познании? Видимо, непредусмотренные знания каким-то образом нарушали программу обучения первоиудеев, программу, которую их учитель вкладывал в них для получения возможности управления и ими, и будущими поколениями. И тут во время этого конфликта Адама пробило, и он наконец дал имя своей жене Ева, что значит «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. Вот и приехали. Что, всех-всех живущих? И индусов, и нанайцев. И тех, что до Адама с Евой появились тоже? Подождите, мы что же, все евреи? А далее их вообще выдворяют из рая, да еще охрану выставляют в виде херувима с пламенным мечом. Обучение закончено, пожалуйте на работу. А все потому, что мало того, что Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, снова вот это вот непонятное «нас», да еще существует опасность, что он попробует плодов с дерева жизни и станет жить вечно. Да, вечно, оказывается, нельзя. Говорили по образу, по подобию. Или это не про то творение? Вот так. Хочу лишь добавить, что тогда еще в 2005 году Елена Любимова и Дмитрий Байда получили много писем от читателей, и я не могу не привести их в этом выпуске. Уважаемые дамы и господа, уважаемые читатели, вы шлете нам письма, мы вас благодарим за них. Как люди воспитанные, сначала мы даже начали отвечать на них, затем, когда число подписчиков возросло и, соответственно, возрос поток писем, мы поняли, что это дело бесперспективное. Посему на некоторые ваши вопросы и замечания мы будем иногда отвечать через рассылку, кому-то, возможно, будем отвечать лично, а кому-то отвечать не будем. Сами понимаете, люди разные бывают. Мы просим вас не обижаться на нас в любом случае, ведь обида – это проблема обижающегося, именно его. Сегодня мы хотим сказать вам несколько ласковых слов в ответ на ваши письма. Первое. Нас удивляет реакция некоторых читателей на наше простое желание прочитать Библию. Нас обескуражила негативная реакция некоторых явно приобщенных читателей на наше желание изучить священную книгу. И что, нельзя читать? Может, ваша священная книга станет так же и нашей. Второе. Нас удивляет ваша реакция на наше желание попробовать разобраться в том, что написано для нас в священной книге. Сразу посыпались советы почитать то, что они пишут многочисленные другие люди. Но поверьте, мы кое-что читали о Библии, и именно поэтому хотим прочесть саму Библию. Мы не хотим бездумно верить кому-то, мы хотим сами точно знать, что происходит и кто это делает. Третье. Нас удивляет обилие напоминаний о том, что в Библии якобы используется символическая форма изложения
кодирование, шифры и прочее-прочее. Мы считаем, что все это ерунда. Текст, который пишется для широкого изучения простыми людьми, пастухами, рыбаками, ремесленниками, должен быть простым и незатейливым, каковым он и является в действительности. Различные придумки про шифры и кодирование – это уже от лукавого. Если же текст Библии на самом деле содержит совсем не то, что в ней написано, то есть он таки зашифрован, то оно может быть чем угодно, только не тем, чем мы все ее считаем многие сотни лет, потому что мы считаем ее священной книгой из-за ее общедоступного содержания, а не зашифрованной информации, которая якобы в ней содержится. Мы пока перейдем к главе 4. Первый Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Второй еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Третий. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Четыре. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Пять. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. Шесть. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое?» Семь. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». 8. «И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». 9. «И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? 10. «И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». 11. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». 12. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». 13. «И сказал Каин Господу Богу: наказание мое больше, нежели снести можно». 14. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». 15. «И сказал ему Господь Бог: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». 16. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на востоке от Эдема». 17. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Тут я прошу прощения, и, возможно, она родила Еноха, но, к сожалению, ни один словарь не дает правильного ударения для произношения имени этого славного отпрыска. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». 18. «У Еноха родился Ирад, Гаидат. Ирад родил Михаэля, Малелеила. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха». 19. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла», в скобках Села. 20. «Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами». 21. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». 22. «Цилла также родила Тувалкаина, Фавела, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наэма».
23. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. 24. Если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха и Ламеха 70 раз в семеро. Да. 25. И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, в кавычках так говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. 26. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа, в кавычках Бога. Читаем главу 5. 1. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его, 2. Мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. 3. Адам жил 130, в кавычках 230 лет, и родил, в кавычках, сына, по подобию своему и, в кавычках, по образу своему, и нарек ему имя Сив. 4. Дней Адама по рождении им Сифа было 800, в кавычках 700 лет, и родил он сынов и дочерей. 5. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. 6. Сив жил 105, в скобках 205 лет, и родил Еноса. 7. По рождении Еноса Сив жил 807, в кавычках 707 лет, и родил сынов и дочерей. 7. По рождении Еноса Сив жил 807, в кавычках 707 лет, и родил сынов и дочерей. 8. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. 9. Енос жил 90, в кавычках 190 лет, и родил Каинана. 10. По рождении Каинана Енос жил 815, соответственно, в кавычках будет 715 лет, и родил сынов и дочерей. 11. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. 12. Каинан жил 70, в кавычках 170 лет, и родил Малелеила. 13. По рождении Малелеила Каинан жил 740 лет, и родил сынов и дочерей. 14. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. 15. Малелеил жил 65, в кавычках 165 лет, и родил Иареда. 16. По рождении Иареда Малелеил жил 830 лет, и родил сынов и дочерей. 17. Все же дней Малелеила было 895 лет, и он умер. 18. Иаред жил 162 года и родил Еноха. 19. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. 20. Все же дней Иареда было 962 года, и он умер. 21. Енох жил 65, здесь опять в кавычке, 165 лет и родил Мафусала. 22. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300, в кавычках, соответственно, 200 лет, и родил сынов и дочерей. 23. Всех же дней Еноха было 365 лет. 24. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. 25. Мафусаил жил 187 лет и родил Ламеха. 26. По рождении Ламеха Мафусаил жил 782 года и родил сынов и дочерей. 27. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. 28. Ламех жил 182, в кавычках 188 года, и родил сына. 29. И нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». 30. И жил Ламех по рождению Ноя 595-565 лет и родил сынов и дочерей. 31. Всех же дней Ламеха было 777,
753 лет, и он умер. 32. Ною было 500 лет, и родил Ной 3 сыновей. Сима, Хама и Иафета. В общем, я опять прошу прощения у моих слушателей за вот такое вот произношение имен, фамилий, непонятные ударения, непонятные лично для меня имена. Но, в принципе, имена и имена, тем не менее, как бы смысл событий от этого они не переворачивают. В всяком случае, правильность ударений на события, происходящие, согласно описаниям этой священной книги, не изменяют. Ну вот так, значит, у нас получается, что, переселившись из рая, Адам и Ева начали познавать друг друга. С этим все понятно. В результате появился Каин. С этим бы тоже было бы все понятно, хотя и здесь не все понятно. По ее словам, она приобрела его от Господа. Так, а Авель от кого? Просто? От Адама? Ну, далее идет всем известный библейский эпизод о Каине и Авеле. Богу понравились дары и сам Авель, а Каин, сын Божий, получился слегка в пролете. Каин сильно огорчился. Ну, а вот Бог повел себя более чем странно. Вместо того, чтобы примирить братьев и свести все к шутке, достаточно высокомерно читает нотацию Каину, в которой советует ему господствовать над грехом, после чего тот пошел и убил. Интересно, что за грех совершил Каин, вместо мяса жирком принес картошки с морковкой. Но хотел, чтобы его дар понравился, не смог смиренно принять того, что Бог, это его отец, предпочел дар другого. А может, Бог предвидел, что Каин убьет Авеля, всевидящий, всезнающий? Если так, то какую цель преследовал Бог, уменьшая на 25% населения Земли и уничтожая единственного сына человеческого? Затем последовало уже обычное наказание невиновных и награждение непричастных. Бог, естественно, оставил в живых исполнителя своих замыслов, но крепко проклял Каина, откуда-то изгнал его и наговорил еще кучу всяческих малоприятных вещей. В это время Каин почему-то пугается того, что его может убить первый встречный. Да, какой такой первый встречный? Мама с папой уже пожилые люди, да и убивать свое чадо им никто не поручал. Получается, что то место, куда Бог изгнал Каина, уже было обильно заселено людьми, которые, по всей видимости, не жаловали чужаков, особенно оттуда, откуда пришел Каин, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Не заладилось что-то у них жизнь, папу Адама с мамой изгоняют из рая Эдема, сына Каина опять изгоняют оттуда же. Но, так или иначе, Бог поставил Каину защиту, это называется, сделал ему знамение, еще успокоил тем, что если все-таки Каин тебя убьют, так тому отомстится всемеро. Ну, как будто убитому Каину будет от этого легче. Сам же Каин на безлюдной земле умудрился найти себе жену, и они начали с упоением плодиться и размножаться. Далее идет небольшая родословная Каиновой ветви до некого Ламеха, который в один прекрасный день построил своих двух жен Аду и Циллу и с восторгом сообщил им, что он, круче своего прапрадеда Каина, убил уже двух человек. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Но если его убьют, в ответ за него отомстится в 70 раз в семеро. Ага, какое достижение. А кого же он мог убить? Но если бы кого-то из своих, то записали бы и сообщили, как об убийстве Авеля. Наверное, кого-то из тех людей, которые приютили бедных изгнанников из рая и их потомков, которые жили на восток от Эдема. Наверное, это событие, убийство человека и чувство безнаказанности и мощной защиты является важным настолько, что оно упоминается в священной книге. Реклама, оповещение. Но и занимает значительно больше места в тексте, чем сообщение о строительстве города. Сообщение о том, что Каин построил город Енох, занимает 1,5 строчки, а Ламехово сообщение 7. А что же Адам да Ева? Большая радость, Ева снова понесла и снова родила сына Сифа. Адам-то Еву познал, но, по ее словам, Бог положил ей другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.
Получается, что оба сына Адама, Каин и Сив, родились от семени, положенном в Еву Богом. Интересный фактик. Над ним стоит поразмышлять подольше, по крайней мере, помнить о нем, читая дальнейший текст. Может, что и прояснится. Глава 5 полностью посвящена родословной древних евреев от Адама и до Ноя. Однако, прежде чем перечислять потомков, в тексте приведено напоминание, что человек, мужчина и женщина, созданные по образу и подобию Божьему. Похоже на Бытие 1.27. Так, а кто же тогда был сотворен из праха земного, Бытие 2.7? Или прах земной и есть образ и подобие? Впечатляет не только срок жизни, каждый жил почти по 1000 лет, но и то, что упомнили всех без исключения предков со всеми данными, кто кого родил, в каком возрасте и когда умер. Все записано четко, как в аптеке. Интересно, а есть где-нибудь такие же записи славянской истории? Интересно, а почему своих первенцев они рождали в столь преклонном, с нашей точки зрения, возрасте от 65 до 180 лет? Другая физиология, другие условия жизни, другое время измерения. Странное ощущение постоянно сопровождает чтение непривычных для глаза и слуха имен. Енох, Енох, Ламех, Ламех, Малелеил, Муфасаил, Иарет, Каинан, Сим, Хам. Единственный, кто хоть как-то выделяется из этого ряда плодившихся и размножавшихся, ну, как и было велено, первоиудеев, перечисленных в 5 главе, так это Енох, который ходил перед Богом, и его не стало, потому что Бог взял его в середине жизни в 365 лет. Наверное, хороший был человек, как, возможно, и Авель, убитый в юношестве. Теперь, прежде чем закончить нашу рассылку, я еще раз зачитаю ответы на письма тех читателей. Вы продолжаете писать нам письма. Мы продолжаем благодарить вас за них. Мы благодарим всех, и тех, кто пишет возмущенные письма, и тех, кто пытается искренне помочь нам стать на путь истины, и тех, кто просто высказывает нам свою поддержку. Благодарим вас. Теперь несколько замечаний, которыми мы ответим на большинство пришедших писем. Первое. Мы просим помнить, что не пытаемся толковать Библию каким-то новым, доселе невиданным образом, выискивая скрытый смысл. Мы вообще не пытаемся ее толковать, мы просто читаем то, что написано, и пытаемся это понять и осмыслить. Мы пытаемся найти мудрость, благодаря которой Библия носит громкое имя «Священные книги». Второе. Мы просим вас иметь в виду, что мы никому не навязываем своего мнения, и как следствие этого мы ни с кем не спорим и не собираемся этого делать. В споре истина не рождается, в споре доказывается своя правота, а истина, как правило, теряется. В связи с этим мы будем признательны, если вы не будете пытаться втянуть нас в дискуссии и споры. Не получится. Третье. Мы не читаем и не будем читать письма без подписи. Мы их просто сразу удаляем. Это легко. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш труд по написанию письма не попал в корзину, покажите, что вам не чуждо элементарное воспитание, и поставьте свою подпись. Четвертое. Мы просим вас не тратить время и энергию на перечисление болезней, лишений, которые нас ждут, если мы не сделаем то, что вы предписываете. Это уже становится смешным. Разве ветхозаветный Бог коллега? Он сам не в состоянии о себе позаботиться? Или он сам не может без вас, добровольных посредников, сообщить нам о том, что он испытывает определенные неудобства от того, что мы что-то делаем не так, как он считает правильным? Так, откуда вы знаете, что именно ваша точка зрения угодна Богу? Он вам об этом сказал? Ну неужели? Так давайте попытаемся оставаться разумными людьми в любой ситуации. И давайте называть вещи своими именами. Если вам что-то не нравится, спросите прежде всего себя, что именно мне не нравится, раздражает. И почему это мне не нравится, раздражает. Поверьте, вы сэкономите уйму времени, нервов и чернил. Ведь раздражаетесь вы, а не мы. И спрашивать нужно вас, а не нас. Но вот такой подкаст сегодня получился немного длинноват, и поэтому нам не удалось поплескаться в водах всемирного потопа и даже начать читать главы 6 по 10.
Так что в следующий раз буду говорить гоп, только когда перепрыгну, а пока я, Вячеслав Есиков, прощаюсь с вами, до скорых встреч. Так, и все-таки, что же с первенцами шестого дня? Я приветствую всех слушателей рассылки «Давайте разберемся с Библией». Сегодня мы анализируем главы 6 по 9. И хотя в последнем выпуске своей рассылки я говорил о том, что работать с книгом Священного Писания мне очень сложно, но неожиданно повезло, у меня оказался помощник Лапкин Игнатий Тихонович, который бескорыстно начитал почти 4 гигабайта аудио и выложил все это в интернете для свободного скачивания. Как написано в аннотации, читает просто и бесстрастно, как и подобает православному христианину. Но, в принципе, это как раз то самое, что нам и нужно, просто и бесстрастно. Поэтому я воспользуюсь своим правом ведущего и предоставлю слово сначала Лапкину Игнатию Тихоновичу, а потом мы с вами уже посмотрим и проанализируем тот текст Священного Писания и какую информацию мы смогли из него получить. Итак, у нас глава 6, я даю слово Игнатию Тихоновичу. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась перед лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и всех гадов, и всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их. И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. С тобою,
мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. Спасибо, Игнатий Тихонович. Давайте сконцентрируем наше внимание на некоторых моментах. Вот мне непонятно, в то время жили на земле исполины, сильные и древлеславные люди, и сыны Божии начали брать их в жены. Так, варианта два на самом деле, но по моему разумению. Первое – это сыны Божии, это, наверное, ветвь, которая пошла от Евы, в которую Господь Бог периодически вкладывал свое семя. И другая ветвь, скорее всего, от Адама. Это первый вариант. И второй вариант, что на земле еще каким-то образом затесались люди. Ну, вполне возможно, вот та первая парочка шестого дня по образу и подобию. И дальше у нас еще несколько моментов, которые тоже не до конца понятны. Размеры ковчега 350 на 30 локтей. Если локоть у нас 0,7 метра, получается громадина где-то длиной 150-180 метров, шириной 25-30 метров и высотой в 15-18 метров. Полное водоизмещение ковчега будет больше 150 тысяч тонн. За вычетом его корпуса из таинственного дерева гофер, полная грузоподъемность ковчега будет примерно равна 100 тысяч тонн. Неплохое строительство, видно, древние люди и впрямь были мастерами на все руки, и лесорубами, и столярами, и плотниками, и судостроителями. И все это они построили без пил, без топоров, голыми руками, делали отверстия, делали двери. Я очень слабо вообще себе представляю даже, что древний человек вообще имел такое понятие, как дверь. Ну, все прекрасно помнят картинки по истории, где они только-только начали учиться делать, вытесывать из камня ножи, топоры. Это все происходило гораздо раньше. Или что-то опять напутано с переводом. Я вообще обратил внимание, что переводов священной книги несколько на самом деле. И мне это совершенно непонятно. Почему? Потому что дальше мы услышим, что ни одно слово в священной книге не должно быть искажено, ну, потому что целый Бог наговаривал, и не к лицу какому-то там человеку, всего лишь человеку, но от себя просто вольно пользоваться Божьими словами и, ну, аж тем более их трактовать, либо комментировать. Ну и по моему мнению, раз священная книга – это все-таки такая вот инструкция по просветлению знаниям, то я очень слабо себе представляю любую инструкцию на разных языках, которые отличаются от оригинала, и можно только представить себе, что можно сделать, воспользовавшись неправильно приведенной инструкцией к любому механизму или инструменту, я уж не говорю о божественных творениях, там вообще должно быть все очень настолько точно и выверено. Ну ладно, продолжаем, даем слово Игнатию Тихоновичу, у нас глава 7. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также из птиц небесных чистых по семи, мужеского пола и женского, и всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей». И истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й,
27 день месяца. «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог». И затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усилилась на земле 150 дней. Давайте все внимательно посмотрим на то, что за какие-то 7 дней нужно было собрать по паре тварей из 4000 видов млекопитающих, 8000 видов присмыкающихся и 9000 видов из птиц. Я не считаю вообще всяких там букашек, таракашек и прочее. То есть у нас получается 4000 на 2, 8 на 2, 9 на 2, это 42 тысячи животных. Причем за такими, как белый медведь, пришлось смотаться на Северный полюс, наверное, все это за одну неделю. А потом бригада пахарей и ковчегостроителей распихала всю эту разномастную жидность по клеткам и заготовили еще прорву корма. Да, работа была совершенно титаническая. И без всякой помощи Бога. Господи, прошу заметить. Да, там еще, кстати, был такой момент, что сначала повелел каждой твари по паре, а потом изменил приказ каждой чистой твари по 7 штук мужского и женского пола. Поэтому животных было бы еще, получается, больше. Как они там все поместились, ума не приложу. Глава 8. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода
сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери и весь скот, все гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь – не прекратятся». Так, мне лично странно, зачем нужно было заливать мир водой сверх меры? Но ведь к 40-му дню и так лишилась жизни всякая плоть. Ну, в общем, неисповедимы пути Господни, и не дано нам, наверное, прозреть волю Всевышнего. Да, у библиописцев все как-то не очень понятно. Ну как за 40 дней после того, как показались из-под воды пики гор, успели вырасти на маслине свежие листья, один из которых принес голубь в своем клюве? И вообще, где эта маслина выросла? Наверное, на вершине горы. Так, и у нас получается, что Ной и его семья вместе с огромным количеством мычащей, гогочащей, шипящей живности провела на ковчеге чуть более года, и первое, что сделал Ной, сойдя на твердую землю, спалил почти всех животных чертям собачьим, принес чистых животных в жертву Богу. Богу все это понравилось, и он пообещал никогда больше землю из-за человека не проклинать и потоп не насылать. Ну, слава Богу. И поставил себе крестик, наверное, где-нибудь, ну, написано, положил радугу. Мол, посмотрю на радугу и вспомню, что не надо землю потопом заливать. Не стоит еще раз топить сюда публику. Мне все это очень странно, поэтому глава 9. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами, в роды навсегда.
Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою, живою во всякой плоти. И да не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Давайте быстро побежимся. Получается, что жизнь вошла в нормальное русло. Ной обрабатывал землю, сажал виноградник, попивал винишко, развлекался тем, на что у него хватало фантазии. Однажды, получается, он хватанул лишку божественного напитка и завалился спать голым в шатре, где его увидел младший сын Хам. Что там произошло между ними, прямо не сообщается, но наутро, когда папа Ной узнал, что сделал над ним меньший сын его, то сильно обиделся на Хама, так сильно, что даже проклял. Не самого Хама, у них так не принято было, а проклял папаша Ной четвертого сына Хама Ханаана, определив его в рабы рабов своим братьям. Вот это закидон! Нормальная семейка, теплые дружеские семейные отношения, видимо, каков поп, такой и приход. В общем, пора делать выводы. Ну и что мы узнали? Что главным событием этой части Ветхого Завета, безусловно, является потоп. Катастрофа планетарного масштаба, уничтожившая большую часть населения и животного мира Земли. Самый интересный вопрос: что послужило причиной такого грандиозного катаклизма, такого беспрецедентного массового убийства всего живого? Библия говорит, что Бог так раскаялся в созданном им же творении человеке, так воскорбел в сердце своем, что решил истребить все живое к чертям собачьим. Ничего не скажешь, хорош Создатель. Чем же оно, это живое, провинилось перед Всеблагим? Чем оно его так сильно обидело, что он взял такой большой грех на душу и грохнул всех разом? Что является той чудовищной причиной, повлекшей за собой чудовищное, тотальное уничтожение всего живого на целой планете? Давайте еще раз по порядку, по тексту. То есть люди, выполняя задачу, поставленную им Богом, плодились, размножались. Их дочерей стали брать в жены сыны Божьи. Оказывается, у этого Бога были детки, и, похоже, только мужского пола. А как же их звали? Как-то неаккуратненько получается. Человеческое родословное есть, а о сыновьях самого не гу-гу. Ну, только мы в самом начале узнали, что Господь Бог клал семя. Клал Еве.
Получается, что ждали эти безымянные божественные бедолаги, пока люди нарожают дочерей. И дождались, и брали их себе в жены, какую кто избрал. А когда эти жены произвели на свет внуков божьих, в Библии исполинов, дедуган, видимо, уже в полной мере страдая маразмом, взреновал их всех от всей божественной души. И первое, что он сделал своим любимым внукам, это скостил им человеком срок жизни до 120 лет, за что они якобы стали пренебрегать дедушкиным духом. Не понравились дедушке внучки, по всей видимости, и нет в Библии больше никаких упоминаний об этих издревле славных людях. А жаль, остальную публику, видимо, это исправительное мероприятие не коснулось, и они продолжали старательно выполнять его заветы. Плодились, умножались, наполняли землю не только собой, но и злодеяниями. Любопытно было бы узнать, какими злодеяниями прославилась эта богобоязненная публика, что подставила их под погибель и всех остальных. Никакое содержание скрыто в фразе «Истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Неужели достаточно было одной резолюции? Всякая плоть извратила путь свой на земле. Интересно, как какой-нибудь павлин-мавлин или другой какой баклан может извратить свой путь на земле? Ну ладно, люди, у них действительно и в мыслях, и в сердце могло быть зло, причем во всякое время. Еще вот начали жить на земле с криминала, с убийства. Хотя за это Бог как раз не сильно укорял, слегка проклинал, переводил на более низкооплачиваемую должность, да отсылал в отдаленный район на жительство. Спасение от утопления заслужил один Ной. Это 8 Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. 9 Ной ходил пред Богом. Вот в чем причина того, что Ной был оставлен в живых. Ной был не просто лояльным к Богу, он был его рабом. И, естественно, явственно вырисовывается причина уничтожения подавляющего большинства населения Земли. Они не согласились быть рабами Бога Иеговы. Это была, скорее всего, обыкновенная селекция. Жизнь получил тот экземпляр, который обладал желаемыми характеристиками. В принципе, да, это достаточно веская причина. Она весьма популярна и сегодня. Как только в какой-нибудь стране жизнь начинает слегка налаживаться без участия божественных правнучков, она сразу становится опасной для жизненных интересов нашего мирового жандарма. Но вернемся к Ною. Бог посвятил Ною в свои планы и дал подробный план производства работ. Работа, прямо скажем, титаническая. Это жилой плавучий дом для 8 человек и загонами для животных. Еще вот эта вот фраза на чистых и нечистых, которых нужно было взять по 2. Интересно, по каким критериям Ной разделял животных на чистых и нечистых? По внешнему виду, по цвету, по запаху. И ведь отбор нужно было произвести в кратчайшие сроки. Через неделю наступал день Икс, и Бог должен был начать излияние. Надо же было 1000 животных разместить по клеткам, а для начала их нужно было всех выловить. Ну, сказать-то легко, возьми всякого скота. Он что, этот скот? Спокойно где-то лежал. Еще нужно было заготовить на всю эту ораву кормов на длительное время, себе не забудь. В общем, семья Ноева потрудилась на славу. Несмотря на то, что Бог никакой реальной помощи им не оказывал, кроме руководящих указаний. Ноев выполнил все назначенный срок, конечно, не стахановец, но тоже молодец. Не зря благодать обретал пред лицем Всевышнего. Все они благополучно загрузились в ковчег и поплыли. Потом начался дождь, лил 40 дней. Как и Бог обещал, все сухопутные животные погибли. На этом бы все и должно закончиться, цель-то достигнута. Однако вода продолжала усиливаться еще 150 дней. Оказывается, Бог забыл, а так сказать, единственных хранителей генофонда, всего живого, на целых 5 месяцев. Но потом вспомнил и остановил воду. «О, интересно. А что?» Куда-то отлучался по более важным делам. И водяной счетчик у него тоже, небось, не стоял. Если считается, что он помнит все наши малые и большие грехи, то как же он мог забыть о надежде всего человечества, папе Ное и же с ним? Но в общей сложности семья Ноя вместе с огромным количеством мычащей, гогочащей и шипящей живности провела на ковчеге чуть более года. Потом мы помним, что он спалил кедрени фени всех животных сразу. Про папу Ноя с Хамом уже говорили, и помним, что попал под раздачу Ханаан, 4-й сын Хама.
Вот, но пора делать уже какие-то обобщения и выводы. Я думаю, этот выпуск надо тоже быстрее заканчивать. Итак, предварительное обобщение и обмен мнениями. Первая причина массового убийства на Земле была, скорее всего, их непокорность Богу и Иегове конкретно. Второе. Почти во всех культурах разных народов мира существуют более-менее похожие легенды о всемирном потопе, их более 500. При всем разнообразии деталей передается главное, была глобальная катастрофа, при которой погибло почти все человечество. Эта катастрофа сопровождалась землетрясениями и извержениями вулканов, резким изменением климата, потеплением в одной части планеты и похолоданием в другой, массовым вымиранием животных. Произошло изменение видимого неба, наклоны земной оси, траектории изменения движения планеты вокруг Солнца, перемещение полюсов. Была уничтожена одна из земных лун, маленькая Луна. Причины выдвигаются разные, от военных действий богов между собой до ненависти некоторых богов к людям. И поведение богов, соответственно, тоже было разным. Одни предоставляли плавсредства и указывали путь, другие просто наблюдали за процессом. Эта информация, а она ничем не хуже библейской, позволяет сделать вывод о том, что слава Создателю спасся не только папа Ной со своей семьей, но и много других людей и животных. Третье. Далее сильно бросается в глаза тот факт, что папа Ной с детками, да и Бог Иегова, были такими ярыми женоненавистниками, что четырех женщин, составлявших по Библии ровно половину очередных прародителей человечества, не написали практически ни одного слова. Не упомянули ни одного их имени, ни отчества, ничего, как будто они были не людьми, а рабочей ржающей скотиной. Четвертое. Удивляет, что, собственно, о потопе и его причинах, как о событии планетарного масштаба, к тому же уничтожившего целую цивилизацию, написано очень скупо, несколько строк. А вот о живности, которая почти вся была принесена в жертву Богу Иегове, написано очень подробно, с многократными повторениями и тщательными перечислениями, чтобы, не дай бог, ничего не забыть. Ну, вот такие вот вопросы мы вместе с вами сегодня здесь поставили. Я на этом заканчиваю свой третий выпуск рассылки «Давайте разберемся с Библией». Отдельная благодарность авторам одноименной рассылки Елене Любимовой и Дмитрию Байде. По этой теме мы с вами услышимся теперь ровно через неделю. До свидания. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня 30 декабря 2009 года. Среда. А значит, подошло время еженедельного подкаста «Давайте разберемся с Библией». Ко мне присоединился мой коллега Николай Горюшин. И теперь, я думаю, дело пойдет еще веселее. Привет, Николай. Привет, Вячеслав. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста. Спасибо, что решил ко мне присоединиться. Как в народе говорят, одна голова хорошо, а два сапога пара. Но для того, чтобы разобраться с такой темой, как Священное Писание, я думаю, чем больше голов, тем лучше. Да, тема и впрямь настолько необычайна, что я не смог сдержать желание поделиться со слушателями своими наблюдениями. И, может быть, выводы, которые мы сегодня сделаем, заинтересуют наших уважаемых слушателей. Я еще раз хочу заметить, что мы с Николаем не ставили себе задачу как-то оскорбить или посмеяться над людьми, верующими в христианство. Просто, как нам показалось, человеку для того, чтобы понять, что происходит в жизни, одной веры мало. «На Бога надейся, сам не плашай». Этой поговорки мы и будем придерживаться, разбираясь с Библией. Тем более, что среди моих знакомых верующих тоже не нашлось людей, знакомых с текстами Библии, и поэтому я считаю очень важным показать слушателям, что именно там написано. Сегодня мы разбираем 10 главу книги Бытия, из которой узнаем страшную правду о родословной народов Земли. А также мы проанализируем часть 11 главы, в которой все благой Господь старательно напакостил строителям Вавилонской башни. Давай попросим Лапкина Игнатия Тихоновича. Именно он читает нам текст Священного Писания. Да, конечно. Пожалуйста, Игнатий Тихонович. Бытие, 10 глава. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Елиса, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана – Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим,
в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Санта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом Богом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавов, Ир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы Хананеев от Сидона и Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам и Кайнан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Кайнана, Кайнан родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному – Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брата его – Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасар Мавефа и Араха, Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаида, Шеву, Афира, Хавилу и Авава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симова по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. От них распространились народы по земле после потопа. Во дела! А китайцы-то с чукчами и прочими японо-корейцами и не знают, кому они обязаны своим существованием. Вячеслав, по-моему, это сенсация. Надо китайцам рассказать об их иудейских корнях. Мне кажется, не стоит торопиться с оповещением, Николай. А то благодарные потомки Авраама с китайской равнины могут не сдержаться и от полноты чувств задушить всех в объятиях. Да, пожалуй, ты прав. Повременим пока. Вообще-то, во время этого монотонно зомбирующего перечисления потомков Ноя уши сворачиваются в трубочку. Но я заметил ставку, явно не имеющую к праправнукам Ноя никакого отношения. А смотри, из всей земли вышел Ассур и построил Ниневею, Рехавифир, Калах и Ресен. Между Ниневией и между Калахом этот город великий. Что бы это могло значить? Для кого была вставлена скупая информация о человеке или народе, который построил четыре города, один из которых даже скупые на похвалы автора назвали великим? Мне кажется, здесь не случайно упомянуто имя Ассур. Все становится на свои места, если произнести его наоборот. Получается «Русса». Да, эта подсказка может нам помочь в будущем. Давай посмотрим, подтвердятся ли наши предположения в 11 главе. А пока слушаем Игнатия Тихоновича. Бытие, глава 11. На земле, на всей, был один язык и одно наречие.
Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Стоп. Ну вот опять. Буквально только что нам подробно, с педантизмом, достойным лучшего применения, описывали, какие народы произошли от трех сыновей Ноя. И буквально на следующей строчке некие безымянные они, пришедшие с востока, начали строить на равнине город и башню аж до небес, применяя передовую по тем временам технологию – кирпичи и земляную смолу. Если потомки Ноя, родоначальники современных народов, были поименованы в предыдущей главе, то почему бы библиописцам не указать, от какого сына Ноя произошли эти таинственные они? Мне кажется, это дает основание уже твердо считать, что кроме потомков Ноя на земле проживали и другие народы. Но чтобы не нарушать стройность библейской лапши, имена этих народов просто стерли со страниц истории, что можно перевести как «исторы», то есть повествование, взятое из священной книги иудеев. Уже позже все, что относится к прошлому, заставили всех называть историей. Да и науку такая история, видишь, сам откуда берет свои корни. Не потому ли в ней так много путаницы? Ну, давай, Николай, не перебивать Игнатия Тихоновича и проявлять к нему уважение. Игнатий Тихонович, пожалуйста. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Арфаксад жил 135 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Кайнан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Сала Арфаксад, Кайнан, жил 430 года и родил сынов и дочерей, и умер. Сала жил 130 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей, и умер. Евер жил 134 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 370 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Фалек жил 130 лет и родил Рогава. По рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Рогав жил 132 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Серух жил 130 лет и родил Нахора. По рождению Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Нахор жил 79 лет и родил Фарру. По рождении Фары Нахор жил 129 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна.
и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харранской земле 205 лет, и умер Фара в Харране. А что, собственно, плохого в том, чтобы построить город и башню до небес? Библия объясняет греховность этого поступка тем, что, мол, загадочные они хотели сделать себе имя, то есть оставить о себе память. Казалось бы, в чем проблема-то? Множество художников оставило о себе имя своими картинами, оружейники своим оружием, архитекторы красивыми зданиями. Если следовать порочной библейской логике, Останкинскую Эйфелеву башню уже давно пора отправить на слом, как дерзновение жалких человечишек против иудейского бога. А, нет, тут-то было. Иегове не понравилось то, что он увидел и узнал о народе строители. Он понял, что строители просто так свою затею не оставят. А ему по каким-то причинам хотелось отвернуть их от такого греховного дела, как строительство городов. Посетовав на то, что причиной целеустремленности строителей является то, что они представляют собой единый народ с одним языком. Иегова, хитрое бестие, нашел способ прекратить эту, с его точки зрения, вакханалию. Он решил смешать языки и рассеять всех от греха подальше. И смешал-таки. Люди разошлись по миру, а город, по версии библеписцев, назвали Вавилоном. Вот так якобы всеблагое существо стравило между собой народы. Какая недостойная мораль и ужасный пример благодарным потомкам. Стравливай и властвуй. Давай подводить итоги. Давай. Во-первых, выдумка о том, что все расы и, соответственно, народы произошли от Сима, Хама и Афета, трех сыновей мифического Ноя, кажется мне, мягко выражаясь, недостоверной. Тем более, что история про Вавилонскую башню, которая следует сразу за перечислением потомков Ноя, совершенно однозначно опровергает библейскую версию происхождения народов. Я уже не говорю о данных современной антропологии и выводах ученых-генетиков по этому поводу. Согласен. И хотел бы добавить, что существует мнение о том, что название города Вавилон, точнее Баб-Иль, означает «врата Бога». И вряд ли может выводиться из еврейского корня «бол», означающего «смешение». Хотя Библия и утверждает, что это именно так. Более того, по свидетельствам историков, реальный Вавилон был очень даже достроенным городом, в отличие от недостроенного библейского. Город этот был разделен рекой Евфрат на две части – западную и восточную. Он представлял собой в плане прямоугольник с площадью около 10 квадратных километров. Вавилон был опоясан тремя рядами кирпичных стен с восемью воротами и массивными зубчатыми башнями. Внутри же были построены уникальные сооружения, висячие сады Семирамиды, которые, между прочим, являлись одним из семи чудес света. Храмы Зиккураты, кирпичные ступенчатые пирамиды высотой в несколько десятков метров со святилищами на вершинах. Это не считая жилых и хозяйственных построек, ты знаешь, у меня создается такое впечатление, что этот миф о Вавилоне скорее отражает изумление и страх кочевников, впервые увидевших огромные по тогдашним понятиям города и массу людей, говоривших на одном языке, бывших одним большим народом и не имевших, судя по всему, никакого желания поклоняться какому-то там злобному выскочке Иегове. Конечно, такое соседство могло стать плохим примером для подражания забитым кочевникам, и, конечно же, заботливый бог срочно ограждает своих слуг от тлетворного влияния других народов, пока еще не зараженных иеговской исключительностью. По этой же причине, скорее всего, они были вынуждены уйти и из Ура Халдейского. Ведь в пустыне, согласись, гораздо легче запудрить мозги темным кочевникам. Ну да, я тоже считаю, что далеко не случайно в тексте Ветхого Завета было упомянуто слово «Ассур», «Руса». А если говорить о запудривании мозгов и не только кочевникам, изложение в Библии построено таким образом, что о каких-либо исторических фактах или достоверных событиях говорить просто не приходится. В тексте нет ни одной конкретной даты, поэтому события невозможно синхронизировать. Можно только гадать, когда это произошло, или произошло то или иное библейское действие, и как выглядело и называлось то или иное место.
Это очень удобно, согласись, не опровергнуть, не подтвердить что-либо невозможно. Ну да, а люди тем не менее заняты. Столько ученых трудится над доказательствами реальности событий, произошедших по библейской версии истории. И все-таки мне не дает покоя еще один момент. Какой? Вот смотри, получается любопытная картина. Согласно официальной антропологии, предок человека появился в Северной Африке порядка 120-150 тысяч лет до нашей эры, а уже оттуда начал распространяться по всей планете. Был он волосат. Ну, вспомни картинку из школьного учебника, и любому школьнику сегодня вдалбливают в голову, что первыми людьми на Земле были негры на африканском континенте. То есть ты намекаешь на то, что Ной и сыновья были неграми? Подожди, я просто размышляю. Согласно существующей версии истории, человек современный появился в Африке. Вывод о том, что сыны Ноя, да и сам он были волосатыми чернокожими, напрашивается сам собой. Вячеслав, а как быть с утверждением о том, что Господь лепил их по своему образу и подобию? Это ничего, что его подобия были неграми? Николай, сказать по-честному, мне страшно об этом подумать, но если еще представить, что по своему образу и подобию он лепил и мужчину, и женщину, то ситуация куда хуже. То есть? То есть получается, что Господь по версии иудейской Библии был чернокожим, как Эдди Мерфи? Как Барак Обама? Как Тайсон. А выглядел, как Уитни Хьюстон? Тогда уж как Кандалина Райс. Господь с тобой, Вячеслав. Ты сейчас описал гермафродита. Да. Но что еще хуже черного волосатого гермафродита? Можно подумать, что белый волосатый гермафродит лучше черного. Однако открытие, которое ты сделал, ужасающее. Теперь ночью мне спать будет страшно. Николай, акстись, это не я, это Библия так нам вещает, да и современная наука ей поддакивает. Мы с тобой просто смогли сделать правильный вывод, как когда-то именно путем логических размышлений люди сделали вывод о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Нет, я согласен, то есть я не согласен. Получается, что нам нагло врут, авторитетно утверждая, что все живое, и наших предков, и китайцев, и Землю, и Солнце по Библии создал черный и волосатый гермафродит? По Библии, да. Но не переживай, с библейским творением мы разбирались в первом выпуске рассылки, там такая ахинея, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И воспринимать ее серьезно совсем не стоит. Подумай сам, если бы даже, ну и был Всевышний, во что, как ты уже понимаешь, сложно поверить, ну его кто-то же должен был родить, а этот кто-то же тоже должен был где-то жить, где-то работать, что-то кушать, то есть место уже должно было существовать и так далее. Это похоже на уловку о яйце с курицей. Разглагольствование о том, что появилось раньше, в корне неверны, потому что как яйцо, так и курица – это одно целое. В своей книге «Последнее обращение к человечеству» Николай Левашов очень подробно описывает эволюцию живой материи, и там ничего такого нет. Получается, что Священное Писание – это отдельное описание жизни именно иудейского народа. Давай на этом моменте поподробнее, пожалуйста. Ну ты же знаешь, у славян есть своя книга – «Славяно-арийские веды». Они описывают историю жизни славянского народа, а Библия, получается, историю жизни иудейского. И в ведах говорится о серах, которые могут быть как и мужем, так и женой. Вот и ситуация с гермафродитами сразу проясняется. Тем более, что они действительно были в те дни на нашей планете. В тех же ведах Перун предупреждает потомков белой расы. По серой коже узнаете их. Да, но это Перун говорил не об иудеях, а о серых пришельцах из пекельных миров, тех, кто менял пол в зависимости от смены лунных фаз, тех, один из которых и носил имя Иегова, а иудеи относятся к земной серой подрасе, то есть они результат смешения черной и белой рас. Да и долина, где происходило смешение двух рас, и сейчас находится в верховьях одного из притоков Ганга в современной Индии. И их мифический рай не какой-то бестелесно-духовный мир, а вполне конкретное земное место. Вячеслав, если иудеи – это результат смешения белой расы и черной, то давай расскажем нашим слушателям, какой вид вывели пришельцы, когда сами начали смешиваться с получившимися иудеями. Ведь о том, что это было так, прямо говорится в Библии, когда Ева отвечает Адаму, что Иегова уже положил ей свое семя. Погоди, Николай, для этого выпуска и так достаточно, пока запомним лишь то, что в этом смешивании принимал непосредственное участие некий субъект. Уже не поворачивается язык говорить «Господь». В общем, Иегова сотоварищи. Мы уже знаем, что он периодически таскал Еву в постель, пока Адам возделывал виноградники. Но так как Иегова был гермафродитом, то Адаму действительно стоило держаться от него подальше.
Да, становится все интереснее. Но мы должны придерживаться темы и лимита времени нашего подкаста. Если наши слушатели сами захотят узнать, почему и как появилась серая подраса, почему именно в Индии, зачем она в дальнейшем расселялась по миру, могут самостоятельно почитать книгу академика Николая Левашова. Она называется «Россия в кривых зеркалах». Да, ты прав, книга уникальная по содержимому, но время нас поджимает. Скажу лишь, что все самое интересное у наших слушателей впереди. Да, впереди, в следующем выпуске нашего подкаста «Давайте разберемся с Библией». Спасибо, Николай, что помог мне сегодня сделать потрясающие выводы. Не за что, Вячеслав. Желаю всем слушателям нашего подкаста хороших новогодних праздников. До свидания. До свидания, Николай. Услышимся в следующую среду и уже в новом 2010 году. Я напоминаю нашим слушателям, что выводы, сделанные нами, не новы. Об этом пишет несколько источников. Самая полная информация на эту тему, я в этом безоговорочно уверен, содержится в книге академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах». И напоминаю, что мы анализировали главы 10 и 11 Библии, и в этом мне с Николаем Горюшиным помогали Игнатий Тихонович Лапкин и рассылка от сайта «Советник». Давайте разберемся с Библией от Елены Любимовой и Дмитрия Байды. Поздравляю всех с Новым годом. Всем всего доброго, счастливых выходных и, чуть не сказал, с Рождеством. Но не сказал же. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с Николаем Горюшиным и Игнатием Лапкиным продолжаем цикл еженедельных подкастов по одноименной рассылке Дмитрия Байды и Елены Любимовой «Давайте разберемся с Библией», по материалам которой потом была написана книга «Библейские картинки» или «Что такое? Божья благодать», напечатанная в городе Харькове. Приветствую всех слушателей подкаста и напоминаю тем, кто присоединился к нам только в этом выпуске, что в предыдущем мы разбирали 10 и 11 главы книги «Бытия» и узнали о том, как Библия описывает расселение потомков Ноя по территории Ближнего Востока, зачем Иегова смешал один язык строителей Вавилонской башни, как и от кого произошли китайцы, у которых своя история творения, составили фоторобот Господа Иеговы, а также подробно проследили родословную потомков Ноя до следующего Божьего избранника Авраама. Но не узнали, хотя внимательно читали о том, кто такие были они, которые пришли с Востока, что это был за народ, который имел один язык и одно наречие. Мы не узнали, каким образом Иегова смешал один язык, и также не узнали, кем был таинственный Ассур. Может быть, дальнейшее повествование раскроет нам духовные очи, и мы все-таки узрим замысел Господень? А так как замысел Иеговы напрямую сегодня коснулся и всех нас, то у нас в этом выпуске описание жития одного из самых достойных патриархов Библии. Знакомимся. Образец для подражания – величайший Авраам Фарахович из колена Симонова. А, не советую нашим слушателям на его примере пытаться достичь великого просветления и духовности. Почему? Узнаем вместе в этом выпуске. Вячеслав, в прошлой нашей беседе после притчи о Вавилоне мы уже слушали нудное перечисление 10 поколений от Ноя до героя сегодняшнего выпуска. Там еще подробно перечислялось, кто сколько жил и кто кого родил. При этом зачитывание и на зависть современным мастерам НЛП уши сворачивались в трубочку. Давай не будем подвергать нас обоих и наших слушателей повторной экзекуции. Ведь можно и своими словами напомнить, о чем там было сказано. Согласен. Тем более, что некоторые наши слушатели уже просили меня реже использовать полный текст этого якобы священного писания. Они правы, для того, чтобы его читать, нужны крепкие нервы и хорошая защита. Без этого пронимает до жути не только нас, Николай. Но начинаем? Поехали. «И взял Фара Авраама сына своего, и Лота сына Аранова, внука своего, и Сару невестку свою, жену Авраама сына своего». После потопа всемогущий Творец терпеливо ждал более 300 лет и, наконец, дождался-таки третьего, достойнейшего из сотворенных им из праха. Это был Авраам. Почему-то обычный забитый пастушок-кочевник показался более интересным Всевышнему, чем, к примеру, тот же самый Ассур, человек, построивший 4 города. Из биографии Авраама следует, что он был старшим сыном в семье. Также у него было 2 брата. Жену его звали Сара, она была бездетна. Младший брат умирает, успев оставить 3 детей.
Лота, Милку и Иску. А средний брат женится на Милке, то есть своей родной племяннице. Да, и обращаю внимание на то, что кровосмесительные браки в семье отца почти всех народов – это по священной книге нормальное явление. Ну что ж, мы нашли еще одно отличие Асура, а принятие инцеста в семье иудеев как соответствующих моральным нормам Бога Иеговы отметим для себя галочкой. Про предыдущего избранника Иеговы было хотя бы сказано, что он был праведен, а про Авраама вообще тишина. Хотя, если уж говорить о Ное, громкий титул праведника, на мой взгляд, был присвоен ему зря. Как ни крути, у нормального человека слово «праведность» по отношению к Ною и рядом бы не стояло. Ну, как говорится, для кого и уксус сладкий, а для кого и сахар кислый. То есть, все зависит от того, что вкладывали библиописцы в понятие «праведность». Ну, Авраам все-таки, по идее, должен быть образцом праведности и высоким примером для подражания последующим поколениям. Но ведь не зря же он был, в конце концов, избранным самим Богом. Ну, хотя в семье творилась всякая жуть, но, может быть, ну, как говорится, в его семье было не без урода, и, возможно, самому Аврааму было стыдно за среднего братца и Милку. Может, он сам не такой? Возможно. Ведь пока мы услышали только родословную Авраама и некоторые пикантные особенности их семейных отношений. Так что, давай слушать, прошу вас, Игнатий Тихонович. Бытие, глава 12. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные на земле». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Доброго моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифили и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял был ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним». Смотрим, что у нас получается. Однажды Иегова стал говорить с Авраамом. И, о чудо,
Мало того, что Авраам его услышал, он даже стал исполнять все то, что Иегова ему говорил. Да, ведь надо заметить, что в те времена иудеи поклонялись еще и Валу, и Астарте, и другим богам, которые по свету была тьма тьмущая. Чего далеко идти, даже в славной семье праведника Ноя был и бог Сима, и бог Иофета. Что уж тут говорить о других. Получается, что Авраам отличался от других тем, что не только слышал именно Бога, я пока обращу внимание слушателей на слова «слышал», «услышал», мне кажется, они чуть про другое. Итак, Авраам не только слышал, но и готов был рабски ему повиноваться. Именно этого так долго ждал Иегова. И именно к этому так усердно готовился все эти годы. Экземпляр, который может слышать и беспрекословно выполнять абсолютно любые распоряжения. В один прекрасный день Иегова обратился к Аврааму с предложением. «Ты пойди туда, куда я укажу, а я произведу от тебя великий народ». Если вспомнить о том, что Иегова был гермафродитом, то несложно представить реакцию нормального человека на предложение «произведу от тебя». Но за это Иегова обязался возвеличить имя Авраамова и благословить благословляющих его и не благословлять не благословляющих его. Одним словом, обещал крышу. Потом мы с вами узнаем, что он действительно кое-что умел такое, чем способен был навредить здоровью не только фараона. Но Иегова был в состоянии крышевать не всегда, а в определенные периоды времени. Точнее, пока наша планета проходила пространственную зону так называемой «Ночи Сварога», в которую периодически попадает рукав нашей галактики при своем движении вокруг своей оси. Эти умения называются сознательным управлением материей и пространством. Но разве объяснишь это простому кочевнику, если и современный человек наверняка впервые слышит это определение, а ученые никак не могут найти Dark Matter, темную материю, только умеют регистрировать ее? Я уж молчу про чисто технологические штучки типа ядерных боеголовок, которые несли на себе корабли темных. Помнишь, славяно арийских ведах? А с коих земель чужеземцев изгнали, туда отправляли они фаш-разрушитель. Уныло и тихо в том мире развалин, где некогда жизнь обитала повсюду. Кто считает, что мы перекручиваем, особенно те, кто считают Бога тучкой, тем напоминаем, возвращаясь к теме, что Сара была бездетна, и произвести великий народ от нее Авраам бы не смог принципиально. Здесь мы чуть приоткрыли нашим слушателям историю происхождения нового экземпляра от пришельцев и представителей серой подрасы. Происхождение тех, кого позже назовут левитами, и которые относятся к обычным иудеям так же, как ортодоксальные иудеи к гоям. Именно этими, круто замешанными на семени Иеговы, и была составлена Тора и другие так называемые священные книги. Точнее, не ими. Они тогда на самом деле были больше все-таки спецами по козам да овцам. Знания по зомбированию передавали пришельцы. Давали этим знаниям благопристойные названия, типа «священная книга племени Мумбу-Юмбу», чтобы чужим было не особо интересно. Давали ключи, как правильно читать, так чтобы в голове не возникал тихий звон. А обкатали это впервые и масштабно на иудеях, так что именно иудейский народ стал очередной жертвой ужасающего зомбирования и обмана. Один из иудейских родов попросту обманули, сыграв на трусости одного представителя, подлости другого и мелочности третьего. А так называемыми богоизбранными обили всех иудеев, даже тех, кто рядом с Иеговой свечку и не держал. Но мы уже в курсе, что от такого бога лучше держаться подальше. Об этом и пытался рассказать иудеям Иисус, который был послан, цитирую, «только к погибшим овцам дома Израилева». И именно за это иудейские первосвященники его казнили, чтобы у всех иудеев не открылись глаза на то, что между ними и их богом нет ничего общего, что конкретно их бог не избирал, и у них интересы даже в половом воспитании не совпадают. Радует то, что сейчас иудеи тоже начали просыпаться. Глаза у них раскрываются, правда, информации об этом чудовищном обмане у них пока мало. Радует. Но продолжу по тексту. Авраам вместе со всем, что имел, включая жену и племянника, пошел и дошел до земли Ханаанской. Вот эту-то землю и пообещал отдать Господь во владение потомкам Авраама. И стал вопрос, куда же деваться в таком случае коренным жителям этих земель хананеям? Представляешь, живешь ты и не знаешь, что где-то там, неизвестный никому в ту пору бог, твою родную земельку уже щедро подарил другим, более достойным. Ведь это означает, что эти более достойные придут и поубивают и тебя, и твою жену, и детей, и других родственников.
чтобы мстить некому было. На мой взгляд, это не божественная справедливость, а манеры бандитов и разбойников. Ты прав, Николай. Именно такие манеры активно насаждаются сегодня средствами массовой информации. Теперь и наши слушатели узнали историю появления на нашей планете этого менталитета. Менталитета паразита. И узнали не откуда-нибудь, а из книги, которая лживо называется «Священной». Так что запомним еще одно оружие паразита. Первое наши слушатели уже знают. Максимально запутать очевидные вещи и сказать много, но при этом так, чтобы ничего нельзя было понять. Вторым оружием является то, что все самое гнусное нужно называть самыми замечательными словами. Это и сейчас паразитами используются везде. Так план насыщения рынков продовольствия генетически измененными организмами называется планом помощи продовольствием. Институт планирования семьи, между прочим, американская контора, на самом деле служит целям уменьшения коренного населения, ну и так далее и тому подобное. Продолжу. Проходя по выделенной ему земле, Авраам стал метить обещанную территорию, мастерить на ней жертвенники Иегове. И вдруг там, куда пришел сей Иеговин посланец, внезапно возник голод. Видимо, это был божественный бонус. Не удивлюсь. Вот Авраам доходит до Египта. Там праотец всех иудеев немного побаивается, что его могут чуть-чуть зарезать, и якобы поэтому решается прикинуться, ну, чуть ли не простым знакомым своей жены Сары, а заодно немного потом и подзаработать деньжат на продаже самого дорогого. Отличный бизнес. Все, Николай, на этом, в принципе, можно закончить. Описывать портрет праведника, дальше начинается библейская мерзость. Он уступает свою 65-летнюю жену невиданной красоты самому фараону, скромно назвав ее сестрой. Тут, конечно, без Божьей помощи никак не могло обойтись. Николай, ты представляешь, кем были фараоны в те времена? Какова была их мощь, роскошь и власть? Для большей наглядности вспомни все великолепие въезда Клеопатры в Рим. Ее тогда играла Элизабет Тейлор. А теперь представь рядом пастуха-кочевника, только что вылезшего из пустыни, пусть даже у него было несметное количество коз и овец. Чем приглянулась безымянному почему-то фараону престарелая так называемая красавица, приумножившая свою красоту в полевых условиях кочевой жизни? Я не знаю. Об этом библеписцы умалчивают. А вот понравилось и все. Любовь с первого взгляда. Видимо, фараон был каким-то неегипетским, с соседнего двора. Библиописцы просто вешают нам на уши лапшу, ведь они-то не знали, что история Египта будет относительно неплохо восстановлена. Вот и пытаются убедить нас, что с женщинами в ту пору у фараонов было настолько туго, что они, не глядя, бросались даже на 65-летних жен пастухов. Либо у этого конкретного безымянного фараона были сексуальные отклонения. И почему, когда затея раскрылась, великий фараон не приказал растерзать Авраама и Сару за лукавство или хотя бы выгнать их из страны? Ведь поступок-то был действительно подлый. Честные люди так не поступают. Ну да, да. Крут был Иегова, что там говорить. Не то, что какой-то скромный, совершенно вычеркнутый из жизни Библии египетский божок Ра. Следует отметить фразу: Аврааму хорошо стало ради ее. То есть, ради своей жены пастух получил мелкий и крупный скот, рабов, рабынь, лошаков и верблюдов. Да, не зря он жену кормил и поил столько лет, сумел таки окупить все затраты и даже подзаработать на ней и своему богу-извергу угодил. А Иегова-то, блюститель женской чистоты, наказал фараона лишь после того, как доступ к телу 65-летней красавицы уже неоднократно произошел, а его подопечный Авраам получил за это немалый колым. Кстати говоря, если представить, что по факту этого деяния состоялся бы суд богов, гнусные манипуляции со своей женой и фараоном тянули бы на 163-ю статью УК – вымогательство. Сомневаюсь, что безинициативный Авраам сам решился бы на совершение этого тяжкого деяния без подстрекательства своего патрона. Как соучастник, отец народов мог бы сесть на лет 6-7. Сара отделалась бы условным сроком, а вот Иегове, как организатору преступной группы, следуя воле которого праведник решил торговать своей женой с целью последующего вымогательства имущества в особо крупном размере, светило бы лет до 15. Вот на этом и заканчивается 12 глава книги Бытия. А ведь приключения Авраама только начались. Что же будет дальше? Погоди немного, Николай. Тут я бы хотел сделать короткое отступление.
Дело в том, что, как ты понимаешь, я уже прочитал Библию полностью и заметил одну очень негативную тенденцию. Это библейское отношение к женщине. Оно воистину скотское. Женщин продают, покупают, переступают на ночь, подкладывают врагам, с помощью них травят и убивают. Все-таки, как нужно изуродовать женскую психику, чтобы все это стало возможно. Так что запомни этот эпизод с Сарой и фараоном, в будущем мы еще к нему вернемся. Хорошо, запомню. Игнатий Тихонович, продолжайте. Бытие, глава 13. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Мотивы Авраама, Сары и их Бога мне понятны. Иегова помог этой парочке обогатиться и выйти сухими из воды, а заодно продемонстрировал еще раз свое всеблагое могущество. А те, понятное дело, за такого бога-то теперь готовы были стоять горой. В общем, из Египта Авраам вышел весьма отягощенный разнообразными материальными ценностями. По-современному поднялся. Вместе с ним поднялся и Лот, его племянник. Библия умалчивает о том, каким образом племянник нажил свое богатство, может, тоже последовал Божьему промыслу и переуступил кому-нибудь по сходной цене свою жену. И было их имущество настолько велико, что стало им тесно. У них, видите ли, заспорили пастухи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У них пастухи, видите ли, заспорили. Какие невоспитанные пастухи! Зато какие у них были покладистые, терпеливые хозяева! Чуть пастухи заспорили, и те сразу побежали выполнять их капризы. И действительно, цитата «Не вся ли земля пред тобою?» Ух ты! Вот это широта души! А то, что на этой земле уже живут какие-то хананеи и ферезеи... Широта души праведникам замечать не позволяет? На этой оптимистичной ноте для живших на подаренной Богом евреям земле заканчивается 13 глава книги Бытия. И, видимо, в этот день для них настала пятница 13, поскольку с этого момента они все были приговорены. Слушаем дальше. Бытие, глава 14. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедор Лаомера, царя Еламского,
и Федала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адма, Шамевера, царя Севаимского, и против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедор-Лаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедор-Лаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кириав Аиме и Хареев в горе их Сеире, Дуэл Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, и также амореев, живущих Хасасон в Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адма, царь Севаимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедор-Лаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ореохом, царем Елосарским. 4 царя против 5. В долине же Сидим было много смоляных ям. И цари Содомские и Гоморские, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубрава Мамре, амореянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраамов, слышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедор-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Авер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Итак, Иегова снова явился к Аврааму и напомнил ему, что тот выбран прародителем бесчисленного народа, а также для затравочки предложил обойти, так сказать, будущее владение будущих бесчисленных потомков. Во знаменование очередного явления Господа Авраам соорудил очередной жертвенник. Однако Иегова выбрал Авраама не только за его беспрекословное послушание и исключительную коммерческую смекалку. Авраам предстает перед нами еще и как лихой воин-освободитель и талантливый полководец. Шутка ли? С вооруженными рабами в количестве 318 душ одержать верх над обученными воинами армии аж 4 царей. Кстати, в отличие от безымянного фараона, все участники этого военного конфликта подробно поименованы.
Как мы убедились, библиописцы ревностно следят за тем, чтобы их творение невозможно было соотнести с событиями реальной истории. Поэтому великий фараон Египта остался безымянным. Зато маленькие царьки, участники этого выдуманного конфликта, имена имеют, и даже указано, кто из них каким виртуальным царством владел. Да, и напоследок, чтобы уж совсем доказать, что он достоин носить звание отца великого избранного народа, Авраам по окончании военной кампании отстегнул доляшку священнику Бога Всевышнего Мелхиседеку. Сам, еще до обнародования всяких Моисеевых и Левитских законов, вот так взял и строго десятую часть из всего отдал. Вот это отец, вот это мы понимаем, всем праотцам праотец. Сам, без всяких извещений, без налоговых деклараций и выездных проверок. Вот это сознательность, вот это инициатива. Аж прям слеза прошибает. Что-то утомили уже похождения святого праведного Авраама. Придется нам проанализировать эту историю в несколько заходов. Давай подводить итоги прочитанному за сегодня. Тогда я начну. Особое веселье у меня вызвал рассказ о том, что вооруженные рабы с энтузиазмом бегут сражаться с обученной армией четырех царей, побеждают ее, захватывают огромные трофеи, а затем кротко складывают все это к ногам Авраама, сдают оружие и радостно возвращаются к своей прекрасной рабской доле. Здесь даже фанфары не нужны. Эта лапша настолько жирна и так обильно пропитана иудейским кетчупом, что устоять против нее просто невозможно. Но и всерьез воспринимать тоже невозможно, поскольку самоуважение не позволяет. И вообще, у меня создается впечатление, что в этой книжке текст далеко не самое главное. Что здесь главное, пока до конца не ясно. Но явно не то, что написано буквами на бумаге. На меня все-таки сильное впечатление произвела процедура раздела территории, сверхвлияние между дядей Авраамом и племянником Лотом. Здесь нам пытаются внушить, что они являлись абсолютными и законными хозяевами всей земли. Но непонятно, из чего это следует. После потопа народу спаслось много, и земля была весьма обитаема, даже если не брать в расчет потомков Ханаана, внука Ноя, заранее проклятым дедушкой за поступок его сына Хама. Но, видимо, эти народы запланированно приносили жертву для воплощения в жизнь великих планов вселюбящего, всеблагого и всякого Иеговы. Но, видимо, не искрилось где-то там у этих народов. А в египетской сказке больше всего удивляет не фантастичность излагаемого материала, а отвращение к тому, что сделал Авраам со своей женой. Значит ли это, что ортодоксальным иудеям священники вбивают голову, что это нормально? И они, подражая поступку своего праотца Авраама, относятся к своим женщинам как к скоту. Помнишь, мы в начале подкаста говорили о том, что такое праведность? Ведь тому, кто до сих пор считает Библию и Тору святым писанием, а Авраама Божьим праведником, нужно полностью вывернуть свои мозги наизнанку, чтобы найти в этом поступке хоть намек на праведность. Наши слушатели наверняка слышали об институте иудейских невест. Поставляй своих женщин для решения более насущных вопросов – это еще одно оружие. И опять, где мы об этом узнали? Священные книги. На примерах Евы, Сары. А вспомните князя Святослава с иудейкой Малкой, и чем это закончилось для Киевской Руси, когда отпрыск Малки сел на трон, убив двух сыновей Святослава и крестивший Русь кровью. Тогда было уничтожено 9 миллионов из 12 населения. Чтобы хоть как-то обелить этот самый настоящий геноцид против русского народа, иудеи придумали несуществующее татаро-монгольское иго и списали все на монголо-татар. Или вспомним графа Витте, обрусевшего потомка голландских переселенцев, министра финансов России с 1892 по 1903 годы. Эта личность сделала все возможное для того, чтобы нанести самые болезненные раны России. В 1892 году он становится министром путей сообщения и женится во второй раз на Матильде Ивановне Лисапевич в девичестве Нурок. И по странному стечению обстоятельств она оказывается иудейкой. Ради такого хорошего чека ее первый муж, тоже иудей, согласился дать ей развод, несмотря на наличие у них общей дочери. Но чего не сделаешь ради хорошего человека, можно отдать и жену с дочерью, утешившись всего лишь 20 тысячами рублей отступного. Как говорится, у каждого в своем веке свои лошаки, козы и овцы. Николай, обрати внимание, тексты, которые явно писались иудеями, были понятны и близки иудеям и предназначались сначала исключительно для иудеев, включены в Библию, священную книгу христиан. Мне кажется, уже давно ревностный христианин, верующий в Иисуса, должен был воскликнуть:
Но зачем включено это в Библию, и при чем тут Иисус, Всевышний, Отче и эти богомерзкие похождения иудейских праотцов? Мы еще ответим на этот вопрос, но позже, когда наш слушатель получит больше информации, чтобы наша позиция была твердо обоснована и аргументирована, и это смог понять даже человек, полностью прозомбированный христианством. Не могу еще раз не отметить первое упоминание о церковной дани, десятине, которую Авраам уплатил Мелхиседеку, так как он был священник Бога Всевышнего. Это наводит на размышления. Но смотри сам, избранного народа еще нет, а хозяева для него уже есть. И организация, ранее не упоминавшаяся, собирающая дань с послушных членов, которые Иегова туда рекрутирует, уже создана. Значит, и цели у этой организации тоже есть. И, судя по их аппетитам, цель – это никак не меньше мирового господства. Ведь замысл у Иеговы и у тех, кто за ним стоял, сразу видно действительно глобальный. Но вернемся к теме о праведности. Я считаю, что можно с уверенностью сказать, что понятие праведности у библеописцев весьма странное. Мы, конечно, еще не дочитали историю про Абрама до конца, и поэтому окончательные выводы делать рано. Но все же даже промежуточная картина пугает. По сути дела, так называемая праведность Авраама заключается в том, что он слышит и безропотно выполняет приказы Иеговы. Без сомнений, без анализа, без рефлексий. Отсюда я делаю вывод, что справедливость по Торе – это рабское подчинение воле хозяина Иеговы. Даже если придется переступить через совесть, пожертвовать честью своих близких и по приказу продать даже самого близкого человека. Вячеслав, я серьезно тебе говорю, что от такой праведности мне становится страшно. И еще одна деталь. Для Иеговы очень важна кровная преемственность. Ведь слышит, я обещал разобрать слово «слышит», но уже точно времени не осталось. Так вот, слышит его приказы далеко не все. Не у всех есть та божественная искра, которая, по-видимому, была у Каина, Сифа, Ноя и Авраама. Поэтому Иегова всеми силами старается размножить именно тех, кто слышит и подчиняется именно ему. Все эти, что говорить, мерзкие поступки являются своего рода тестом на профпригодность. Он пытается вывести покорные орудия, готовые воплощать его замыслы. Он занимается рекрутерством действительно избранных, но человеческие качества, под которым он их подбирает, мерзкие. Помнишь ведь допотопное человечество, титаны, которые, по словам библеписцев, были сильными, издревле славными людьми, уничтожались именно за неподчинение и за то, что они были сильными, славными, а может быть, славами, славянами. Помню свое впечатление, когда впервые четко осознал, что это на самом деле за Бог и что на самом деле за книга. Но совершенно ясно, что Иегова далеко не всемилостив и точно не всесилен. Ты прав, Николай. Захотелось закончить сегодняшний подкаст словами из книги Светланы Левашовой «Откровения». Только лишь те, которые по-настоящему умели мыслить, видели, какую сплошную ложь несло христианство, самое жестокое и самое кровожадное из всех религий. На этом я прощаюсь со своими уважаемыми слушателями. До свидания. До свидания, уважаемые слушатели нашего подкаста. И услышимся в следующую среду. Всего вам доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем цикл наших еженедельных рассказов «Давайте разберемся с Библией». Этот выпуск вышел чуть позже, чем планировалось, но он получился почти в два раза длиннее, и мы с Николаем надеемся, что в два раза интереснее. Привет всем, кто нас слушает. Слово сказать, пока готовился сегодняшний выпуск, восточные правоверные христиане 7 января отметили Рождество по какому-то там своему календарю. В связи с этим событием я еще раз хочу порекомендовать вам, уважаемые слушатели, ознакомиться с подкастами 10 и 11, которые называются «Кто родился в Рождество». Да, Вячеслав, это шокирующая информация. Оказывается, еще минимум 5 человек, не считая Христа, были основателями религии, практически дословно повторяющих христианскую. Они якобы прожили в разное время поразительно одинаковые жизни, похожие даже во многих мелочах. Все они родились 25 декабря, почти все имели по 12 учеников, почти все были распяты на кресте, и абсолютно все после смерти воскресли. Николай, это нормально. Когда придуман основной инструмент зомбирования, то сложно угадать заранее, какой бренд будет более успешен. Да.
Если человек на самом деле захочет разобраться в этом самостоятельно, то без труда и без помощи богопоставленных легко сам распутает этот лживый клубок. Но позволь заметить, не ослышался ли я, ты сказал, восточные правоверные христиане? Да, совершенно верно. Именно так я и сказал. Ну, то, что в России распространено христианство по восточному византийскому обряду, я знаю. Но при чем здесь правоверные? Обычно ведь это слово употребляется в отношении мусульман, правоверные мусульмане. Вообще-то ты знаешь ответ на этот вопрос? Ну да, вообще-то знаю. А сегодня об этом еще узнают и наши слушатели. Давай начнем. Добро, Вячеслав. Напомню, что в предыдущем выпуске мы разбирали 12, 13 и 14 главы книги «Бытия» и узнали следующее. По каким критериям Бог Иегова выбирал для себя первых рабов? Как с Божьей помощью заработать деньжат, занимаясь вымогательством и сутенерством? Как с помощью небольшой кучки рабов разбить регулярную армию 4 царей? А также установили историю возникновения первого отката и уяснили значение слова «праведность» по-библейски. Но не узнали того, что означает «слышать Бога» на самом деле. Что делать с народами, проживающими на подаренном Богом иудеям земле? А вопрос, почему тексты, которые явно писались евреями, были понятны и близки евреям и предназначались для евреев, включенные в Библию священную книгу христиан, мы решили разобрать немного позже. Ну что, приступим помолять? Чертен Николай, почему не стоит никому молиться, мы поймем, когда дойдем до обсуждения вопроса, что значит «слышать Бога». Прошу вас, Игнатий Тихонович. Бытие, глава 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Евеев, Гергесеев». Пока патриарх отдыхал от трудов праведных, межевания чужой земли и битв с виртуальными царями, с ним опять заговорил Иегова. Для подкрепления решимости своего верного раба Бог в очередной раз живописал награду за праведность. Однако в этот раз Авраам осмелился попросить разъяснений по некоторым пунктам договора. Какое же, мол, у него
может быть многочисленное потомство и земли, которые им отойдут после его смерти, если у него до сих пор вообще нет детей. Такое своеволие объяснялось очень просто. Патриарх боялся, что все, нажитое непосильным трудом, без наследника может достаться чужому человеку, некому распорядителю Елизеру из Дамаска. И тут я без сожаления, но все же должен констатировать, что Иегова Авраама таки обманул. Поясни. Ну смотри сам. В начале 12 главы Иегова излагает условия договора. «Произведу от тебя народы, возвеличу имя твое и буду крышевать». Авраам соглашается и конклюдентными действиями подтверждает заключение договора, то есть идет в Египет. В конце 13 главы Иегова излагает дополнительное соглашение к договору. Обещает передать ему, а затем его, потомкам, которые Бог твердо ему обещал, всю землю ханаанскую. И все. Ничего более сверх уже имеющегося не оговаривалось. Удушевленный Авраам расковывает всех своих рабов в количестве 318 штук, вместо пастушеских посохов выдает им копья, и те, не напрягаясь, побеждают объединенную армию четырех царей. Казалось бы, заветная награда уже близка. И тут, в 15 главе, мы узнаем сенсационные новости, цитата. «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет». Нифига себе обременение к праву собственности. Ведь Авраам на такое, когда уходил из Ура в Египет, не подписывался. Ну, потом Иегова слегка посластил пилюлю, заявив, что из рабства праправнуки уйдут с большим гешефтом. А все же в нарушение первоначальных договоренностей сам Авраам земли обетованной не получит, ибо будет погребен в старости доброй. То есть вопрос о том, чтобы дать землю сию тебе во владение, отпал сам собой. Оказывается, на вожделенной земле лично Аврааму жить не придется. Да и потомки ее получат непонятно когда, то ли в четвертом поколении, то ли через 400 лет рабства. Но Авраам к своему почти столетнему возрасту был тертым калачом, многих продал, многих купил и неосознанно, почти на автопилоте, попросил у Господа гарантии исполнения им вновь взятых на себя обязательств. То есть, можно сказать, сработали коммерческие рефлексы. Вместе с хананеями и ферезеями, которых Всеблагое Иегова приговорил в 13 главе, Холокосту подлежали также кинеи, кинезеи, кидмонеи, рефаимы, хиттеи, эвеи, гергесеи и еевусеи. Всего 10 племен, 5 из 11 по именам сыновей проклятого Ханаана. Неправедные были они. Уже знаешь, такое праведность в понимании Иеговы, рабское, бездумное и безропотное подчинение приказам. Мы понимаем, почему их приговорили. Да, ты знаешь, Вячеслав, мне вспомнились по этому поводу слова Жоржа Сименона, писателя, подарившего миру серию рассказов о комиссаре Мегре. Он говорил, я читаю Уголовный кодекс и Библию. Библия – жестокая книга, может быть, самая жестокая, которая когда-либо была написана. Так вот, если заглянуть в Уголовный кодекс, Всеблагой Иегова заработал себе еще одну статью, 357-ю, геноцид. И наказание за нее – смерть или пожизненное заключение. Понятно, что Иегова ни Авраама, ни его потомков из своих цепких лап уже не отпустил. У него на них образовались долгоиграющие планы. Вот ведь не повезло людям. И все это потомки проклятого Ханаана получили еще и за то, что у них пропала искра Божья. Вячеслав, давай про искру. Ну, раз мы перешли с плоскости юриспруденции к ровным отношениям, я проясню ситуацию с искрой и с понятием «слышать Бога». В тот момент Иегова впервые применил прием, против которого ни у Авраама, ни у его потомков, вне зависимости от их ума, опыта и жестокости, не было противоядия. Дело в том, что Иегова и компания уже достаточно продолжительное время отбирали себе тех, кто от природы был способен воспринимать телепатическую информацию. Поэтому Иегова так легко и наслал на недалекого кочевника мрак и ужас, показав фокус с рассеченными животными и пробеганием дыма и огня между ними. Да, верно. У Авраама чувствительность была настолько высока, что Иегова мог не только насылать видения, которые Аврааму было сложно отделять от реальности, но наносить ощутимые удары, которые могли вызвать не только серьезные физические повреждения, но и легко отправить отца всех народов к его пращурам. Чтобы противостоять таким ударам, необходимо было иметь серьезную защиту. Но именно это в планы Иеговы и не входило. Это в планы не входило, верно. Но давай не будем забывать и того, что вместе с чувствительностью тщательно прошедшие выбраковку потомки Ноя получили и умение влиять на материю и пространство. Именно эти умения потом и составят тайные знания египетских жрецов Озириса. Именно для того, чтобы скрыть свои способности ото всех и пользоваться ими втихую,
одурманенные христиане под руководством ливийских наставников начнут выкашивать силами Святой Инквизиции людей, тоже способных воспринимать информацию с других уровней планеты и разоблачить паразитов. Вспомни, как полыхала Европа. В России иудохристиане объявят всех ведунов порождением дьявола. А дождавшись начала ночи Сварова, когда сама наша планета перейдет в своем движении рубеж, они зальют кровью сначала Киевскую Русь, а затем в 18 веке прокатятся по всей Сибири, превратив ее практически в необитаемое место. Уже позже, в 20 веке, поставив своих людей руководителями психиатрических лечебниц и заняв руководящие посты в обществе, избранные будут продолжать свои гонения на людей, способных видеть другие уровни реальности, объявлять их сумасшедшими. И это в то время, как их верхушка вовсю использует технологии скрытого управления обществом. Они никого не подпускают к этим знаниям, уводя любопытных далеко в сторону при помощи различных духовных учений, окунувшись в которые люди зомбируются не хуже, чем в христианстве. Об этом чуть подробнее я буду говорить в готовящемся выпуске, который будет называться «Битва за ваш мозг» или «Ревайвалистская отповедь». Пока лишь напомню своим слушателям, что другие народы также знали своих богов, правда, под этими терминами тогда понимали совсем другое. На Руси богами называли людей, достигших высокого уровня эволюционного развития, который позволял силой мысли воздействовать на материю и пространство. Сегодня мы называем таких людей творцами. А с наступлением ночи Сварога и Иегова был объявлен иудеями всевышним богом, то есть круче, сильнее всех в современном понимании этого слова. Это и было основным козырем ливийских пасынков. А ночь Сварога вкупе с религией зомбирования сыграла ключевую роль в произошедших с нашими предками кровавых событиях. Николай, давай все-таки вернемся к теме. Я думаю, наши слушатели уже поняли, что подразумевалось под словами «слышал», «явился» и так далее. Хотя Иегова и физически появлялся на нашей планете в разные периоды времени довольно-таки часто. Давай слушать дальше. И у нас Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот, служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господень: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет перед лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно, я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Раи. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Авраам в тонкости вопросов юриспруденции, похоже, не вникает. Ему бы наследников. Сара, нам никак не дают забыть об этом. Не рожала Аврааму детей, да и роман с фараоном ничем ей в этом не помог. По каким-то особым причинам Иегова
заключил ее чрево особой чревовредительской печатью. Как ты думаешь, зачем Всеблагой Господь Иегова так поступил? Чтобы помучить ожиданием, а затем осчастливить благополучным решением вопроса? Именно, Николай. На этом основывается вся комбинация. Современные пособники Иеговы и по сей день очень любят применять этот библейский прием. Создать проблему, чтобы героически ее решить. Классический пример – это поджог нацистами Рейхстага с целью начала преследования своих политических оппонентов. А Перл-Харбор? Или недавний пример – подрыв башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года с целью установления нового мирового порядка под предлогом войны с терроризмом. И что самое интересное, устраивает эти провокации одна и та же команда, что в древности, что сейчас. Я этому совершенно не удивлен, поскольку ничего нового они выдумать не могут. Но давай вернемся к Аврааму и Саре. Хорошо. Сара, хоть и была бесплодна, но житейской мудрости ей было не занимать. Поняв, наконец, что в 75 лет ей вряд ли удастся зачать и родить, она посылает Авраама оплодотворить свою служанку Агарь. Видимо, сам Авраам додуматься до этого, ну, никак не мог. Да, Иегова уже достаточно хорошо выдрессировал своего подопечного, и тот без разрешения мог только поскуливать, не решая сделать ничего даже такого естественного действия, как оплодотворить собственную служанку. Та забеременела и стала косо поглядывать на Сару. Назрел конфликт, и здесь Авраам ведет себя как последний мерзавец, вернее, извиняюсь, как достойный раб Божий. Он позволяет, чтобы женщину, беременную его ребенком, выгнали из дома. Так хотел он наследника или нет? Или ему все до лампочки, кроме как быть праведным перед лицом Господним? На мой взгляд, это была репетиция перед самым ответственным местом. Но это будет в будущем. А сейчас я бы хотел привлечь внимание к одному маленькому, но важному моменту. Стих 7 главы 16 книги Бытия. Цитата. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Улавливаешь, Вячеслав? Да, Агарь бежала от произвола не в пустыню на смерть, а к тем, кто мог бы понять ее горе и помочь ей. Если прочитать Сур, наоборот, будет Рус. За помощью она направилась к Русам, и только посылка ангела, который представил Агаре твердые жизненные гарантии ее еще нерожденному сыну, а также обещание умножить ее потомство и произвести от ее сына великий народ, заставила Агарь отказаться от своих планов уйти к Русам. Правда, иеговский посланник напророчил потомкам сына Агари не вполне ясную судьбу. Помните? Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. Вы что-нибудь поняли? Вот и Агарь тоже не поняла. Она пророчила ангел то, что будут потомки Измаила, арабы, бесплатные рабочие силы, ослами, у братьев своих по отцу, иудеев. Так, собственно, оно и сложилось. Получается, зря Агарь отказалась от своих первоначальных планов. Да уж, она вернулась обратно и родила Аврааму сына Измаила. На этом кончается 16 глава книги Бытия. Как говорила Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, все страньше и страньше. Закончим на этом первую часть 6 выпуска, а анализ продолжим во второй части. Выпуск 6, часть 2. Слушаем Игнатия Тихоновича и 17 главу книги Бытие. Бытие, глава 17. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет твой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное,
и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, 8-й день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от 100-летнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом, и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Аврааму 99. Господь снова зашел в гости, подчеркнул, что он всемогущ, и снова пообещал размножить Авраама, а заодно составил очередной договор, мол, «Я тебя сделаю отцом множества народов и дам тебе, ну, здесь Иегова лукавит, и им землю ханаанского владения вечное, а ты, соответственно, они будут признавать меня своим богом». В качестве бонуса Иегова прибавил по дополнительной буковке к именам своих подопечных. Спрашивается, зачем? Вряд ли для благозвучности звучания. Дело в том, что в оригинальном тексте Торы Сара называлась звучным иудейским именем Сарай. А Иегова, продолжая тактику подмены понятий, заменил иудейское имя Сарай на арийское имя Сара. Библиописцы же утверждают, что Сара изначально носила арийское имя, ей просто потом добавили зачем-то еще одну буковку «Р». Ничто не ново под луной. Социальные паразиты не раз применяли тактику подмены понятий и переписывания истории. Вот, например, такая же подмена понятий произошла со словами «православный» и «правоверный». Все мы знаем, что христианство в России называется православным, но мало кто знает, что так было не всегда. Точнее, так стали называть христианство в России после реформы патриарха Никона, а это было только в середине 17 века. И до этой реформы, то есть до 17 века, сами русские христиане называли себя «правоверными».
Название «правоверное христианство» удалось стереть из народной памяти благодаря репрессиям, а также переписыванию большинства церковных книг. Какова же причина возникновения самоназвания «правоверные христиане»? Самоназвание «правоверные христиане» появилось после Великого Раскола в 1054 году внутри единой до этого момента христианской церкви на Западную и Восточную. Западная во главе с рабом рабов римским папой оставила за собой прежний бренд «католическая церковь», прибавив к ней приставку «римская», ведь католицизмус по-гречески означает «всеобщий», то есть первоначальная церковь буквально называлась «всеобщей», «вселенской церковью всех христиан». Приставка «римско» была нужна для того, чтобы отличать прежнюю единую вселенскую христианскую церковь от вновь созданной после Великого Раскола. Восточные же христиане, посчитавшие, что западники впали во грех и ересь, и в пику им стали называть себя правоверными христианами, то есть единственно правильно верующими. Собственно, кто не знает, так наших христиан называют на Западе и по сей день Eastern Orthodox Crash или Russian Orthodox Crash, Восточная Ортодоксальная Церковь или Русская Ортодоксальная Церковь, РПЦ. Ортодокс от греческого «ортос» – «правильное» и «доксия» – «мнение», «учение», что является греческим аналогом русского слова «правоверный». В свою очередь, те, кто на Руси к правоверным христианам не принадлежал, справедливо называли ее «греческая вера» или «греческая религия». Вы, наверное, справедливо спросите, а откуда же тогда взялся термин «православие»? «Православие». Первоначально к христианству не имело никакого отношения. Так называли наши предки свою веру – православие или славление прави. Это была система представлений и норм жизни по русской ведической традиции. Православия и религии-то не было, поскольку наши предки, по словам «вера», понимали нечто иное, чем принято теперь считать благодаря христианству. Ложь и кровь принесли служители греческой религии на нашу землю, но это, как говорится, уже совсем другая история. Я немного заболтался, а ведь нам нужно придерживаться темы выпуска, но все же для тех, кто неравнодушен к озвученному мной вопросу, я бы хотел порекомендовать ознакомиться с очень толковой статьей академика Николая Левашова по этому поводу. Статья называется «Блаженный нищий духом» и состоит из двух частей. Ссылку на нее мы дадим в описании к сегодняшнему выпуску. И только после того, как праотец Авраам принял этот кабальный договор, по которому он продавал в рабство к Иегове и себя, и своих потомков, и даже тех, кто по крови к иудеям никак не принадлежал, Всеблагой твердо пообещал, что Авраама строго через год будет сын от законной жены Сары, так сказать, вознаменование столетия со дня рождения. Представляешь, он за пригоршню никчемной пустынной земли, которую наши предки с усмешкой называли паленым станом Палестиной, продал всех своих детей в вечное рабство. Потрясающе. Договор они, естественно, скрепили плотью и кровью. Авраам быстренько обрезал себя и своего сына Измаила, а также все мужское население своего дома. Об этом праздничном событии сказано два раза подряд. Видно, это было очень важно. Интересно, а для чего же Иегове было нужно на всю жизнь калечить все мужское население, избранного им для каких-то целей народа? Да, это крайне своеобразный способ заключать договора с богами у древних иудеев. Обрезание стало напоминанием о завете, метка на теле, причем обрезаться вменялось и тем, кто еще не мог дать согласия или отказаться от заключения договора с Иеговой. Всем новорожденным по истечении ими 8 дней должны были обрезать крайнюю плоть. Обрезаться также должны и купленные иноплеменников младенцы. Не обрезавшиеся вовремя, как нарушившие завет, подлежали уничтожению. Вот те на... Ай да Иегова, ай да лукавый, что же он левитов ни разу не уничтожил, хотя они не обрезаются и никогда не обрезались. Вячеслав, давай сейчас расскажем об обрезании. Давай подведем итог сегодняшнего выпуска, а про обрезание расскажем в конце. Эта тема стоит того, чтобы быть финальной. Итак, что же у нас в итоге? Иегова отдает в руки одного племени, Авраамовой семьи, территории, на которых живут 10 племен. Это означает, что он лично спровоцировал массовый геноцид. Люди для него не значат абсолютно ничего. Вот это Бог. Вот это действительно всеблагой и вселюбящий Отец наш. Какой же отец в здравом уме будет постоянно убивать и калечить своих детей? Чей же он отец в таком случае? Не наш, да и не иудеев точно, потому что их он начал убивать с первых библейских дней в больших количествах. Кроме того, он им устроил такую жизнь на протяжении столетий, самому лютому врагу не пожелаешь.
А посмотри, Вячеслав, что сегодня творится в Израиле. Они постоянно живут как на мине. Так кем же он был на самом деле, этот монстр, этот маньяк и убийца? Ты сказал, монстр, маньяк и убийца. А ситуация в Израиле полностью проходит в соответствии с правилами обращения. С этим термином мы будем разбираться позже, но замечу, что у Иеговы, по всей видимости, было очень много конкурентов или очень сильный комплекс неполноценности. Неприлично много раз он повторяет свою просьбу, приказ о том, что именно его и только его нужно признавать своим богом, Аврааму сотоварищи. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Навязав всем народам такого бога, человечество пошло по тупиковому пути развития и дошло до грани самоуничтожения. Пережив раньше и переживая сейчас ужасы бесконечных войн, многочисленных техногенных и экологических катастроф, упадка гуманности, нравственности и морали, это даже не столько грустно, сколько смертельно опасно. Вся мировая история, которую мы знаем сегодня, тому неоспоримое доказательство. Ну что, расскажем про обрезание? Давай. Отвратительный, варварский обряд обрезания – отдельная, большая и грустная песня еврейского народа. Про обрезание ведь все слышали, не правда ли? И как бы все мы знаем, что ничего такого там нет. А вот что на самом деле происходит при этом священном действии? Книга порвавшего сионизмом иудея Якова Брахмана, книга Кагала, открывает завесу над многими изуверствами, веками скрытные и беззаконно творящимися в еврейских общинах. Вот как в ней описывается этот варварский обычай. Николай, давай сделаем так. Подробное описание обряда заинтересованные слушатели теперь найдут сами. Ты уже дал и автора, и название книги. А мы лучше расскажем, что при этом происходит и каковы могут быть последствия. Хорошо, но для этого давай начнем не с истории, а прямо с наших дней. И помянем всем известную Всемирную организацию здравоохранения, ВОЗ. Помянул бы Николай с радостью, но пока эта организация здравствует, к сожалению. Как мы уже поняли, согласно еврейской традиции, обрезание, или на иврите бритмила, символ завета, договора между Богом и народом Израиля. Причем тут Всемирная организация здравоохранения, спросите вы? А при том, что она почему-то стремится изо всех сил, чтобы договор между Иеговой был не только и у евреев, но и у всех жителей нашей планеты. Вот это неудивительно. Все существующие сегодня культы и религии – это копии иудаизма. Так или иначе, все главные для него обряды в них сохранены. Для того, чтобы хоть как-то обосновать целесообразность этого варварства, процедура обрезания преподносится ВОЗом как способ профилактики некоторых тяжелых заболеваний и рекомендуется для всего мира. Между тем, приведенные примеры рекламы этого действия нигде не говорят, что обрезание кому-то уже помогло от чего-то избавиться. Везде переписываются одни и те же непонятно откуда взявшиеся цифры. И утверждается одно и то же, что обрезание якобы может снизить риск заражения каким-то опасными болезнями. Интересно, да? Обрезание только может снизить риск. А ведь может и не снизить. Кто это точно знает? В чем же тут дело? Давайте разберемся. Информацию мы возьмем из статьи Дмитрия Байда, а ВОЗ и ныне там, любезно разрешенную нам к цитированию. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в сотрудничестве с несколькими организациями, занимающимися проблемами СПИДа, запустила интернет-сайт nullcircumcision.org, посвященный вопросам обрезания. ВОЗ рекомендовала обрезание как способ профилактики ВИЧ по результатам нескольких масштабных исследований, проведенных Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США в африканских странах. В результате этих исследований было установлено, что обрезание крайней плоти на 60% снижает вероятность заражения мужчин ВИЧ-инфекцией при гетеросексуальном половом контакте. Однако после того, как многие развивающиеся страны начали внедрять обрезание, появилось большое количество неверной информации об этом методе. Также резко возросло количество опасных хирургических вмешательств, проводимых различными народными целителями, которые предлагали дешевые операции с использованием нестерильных инструментов. Эти факты и подтолкнули ВОЗ к созданию интернет-ресурса, на котором собраны научные исследования, правовые акты и статьи, призванные развенчать многие мифы об обрезании. Например, о том, что обрезание на 100% защищает от ВИЧ, что мужчинам, прошедшим данную процедуру, не нужно больше использовать презервативы. Вячеслав, мне кажется, что тут наши слушатели вправе задать вопрос, при чем тут такие тонкости про какое-то совсем неинтересное обрезание, перепалки сторонников и противников, тем более, что информации на сегодня выдали, на мой взгляд,
и так предостаточно. И именно сейчас мы подойдем к самому главному. Просто правда, как мы уже понимаем, работая с иудейской информацией, находится совсем в другой стороне. Правда уже давно не имеет ничего общего с тем, что говорят публики и любые официальные органы на нашей планете. Тем не менее, эта правда нам известна. И мы вам о ней сейчас расскажем. В Википедии совершенно точно говорится о том, что, цитата, «обрезание служило религиозным обрядом, данью жестокому и злому божеству, которому необходимо принести в жертву часть, чтобы спасти целое, обрезать ребенка, чтобы сохранить ему жизнь». А вот дальше это Вики, конечно, врет, утверждая, что обрезание было призвано заменить языческий обряд человеческих жертвоприношений. Человеческие жертвы, равно как обрезание, не имеют никакого отношения к язычникам, но присущи семитам, о чем прямым текстом говорится в Библии, о чем наши слушатели лично убедились, услышав 17 главу книги Бытие. Обрезание действительно заменило принесение в жертву первенца иудейскому богу Иегове, которое было в порядке вещей на начальном этапе покорения им своего избранного народа. Но не это явилось главной причиной приучения иудеев к обрезанию, это было только способом. После того, как иудеи какое-то время послушно убивали собственных первенцев во славу Господа, о чем мы еще будем говорить, анализируя Библию дальше, обрезание, конечно же, показалось им большим прогрессом, и они с радостью последовали завету, который сохранял жизнь их детям. А теперь главный вопрос. Зачем Иегове нужно было заставить иудеев обрезать своих детей в столь юном возрасте? По этому вопросу существует чудовищное число домыслов, уводящих как можно дальше от правды. Видимо, правда такова, что ее стоило скрывать столько лет, не так ли? Правдивый ответ на этот вопрос впервые открыто дал русский академик Николай Левашов в первом томе книги «России в кривых зеркалах» в разделе 2.21. Вот небольшая цитата оттуда. «Царское колено иудейское левиты до сих пор несут в себе мужскую хромосому Y богов-гермафродитов. И именно по этой причине у левитов не принято делать обрезание крайней плоти для укрощения опасной активной Y-хромосомы белой расы. У левитов эта хромосома и так от темных сил, и поэтому ее укрощать нет надобности. А у всех остальных мужчин избранного народа, несущих в себе Y-хромосому белой расы, производит усечение крайней плоти уда по ритуалу специально подготовленные люди в младенческом возрасте на 8-й день после рождения. При этом болевой шок используется в этом ритуале как средство достижения необходимого состояния для успешной блокировки столь опасной для социальных паразитов мужской Y-хромосомы белой расы. Таким образом, высшая каста избранного народа получила в наследство измененную астральными паразитами Y-хромосому богов-гермафродитов, а все остальные, кому не повезло попасть в элиту избранного народа, получают блокировку активной мужской Y-хромосомы через ритуал обрезания крайней плоти. Видите, на самом деле все очень просто. Левиты получили божественную хромосому, искру Божью, как любят говорить наши попы, от своих мам, а те от своих и так далее, до самой Евы, которой Иегова вложил свое семя естественным образом. Поэтому левиты и не обрезаются, им не нужно, у них и так все в порядке. А остальным иудеям путем обрезания блокируется определенная часть генетической информации, заключенная в хромосомах белой расы, то есть фактически производится генетическая коррекция, позволяющая жертве развиваться только до определенного предела, до заблокированного уровня. Потом этот уже обработанный человеческий материал используется левитами в своих целях, так же, как и все остальные народы Земли, зомбирование которых производится другими способами. Мы уже говорили, что в этой блестящей работе автор очень логично и доступно описывает историю появления серой подрасы иудеев. Описывает трагедию этого народа, который первым на Земле попал под непосредственное воздействие социальных паразитов, одним из бойцов которых был и так называемый Иегова. Он описывает и порядок, и способы, использовавшиеся инопланетными бандитами для дрессировки своего избранного народа, а также кратко и точно обрисовывает цели, преследовавшиеся этими темными богами на Земле. Именно на Земле страны рукотворных гор Древнего Египта темные силы получают в свои руки действенное оружие против светлых сил. Особое генетическое оружие, избранный народ, иудеев, который, вооружив еще и особо изощренной религией, они выпустили в цивилизацию белой расы. Это была одна из битв реальной войны между силами созидания и разрушения, мы называем их силами света и тьмы. Война, которая длится во Вселенной уже многие миллионы лет,
и которая недавно, немногим более 100 тысяч лет назад, добралась и до нашей планеты. Эта битва не закончилась еще и сегодня, но она близится к завершению. Социальные паразиты со своими помощниками еще пока не смогли завершить свой дьявольский план, заключающийся в зомбировании всего человечества, превращении его в стадо послушного скота и последующей жестокой эксплуатации этого стада в течение многих поколений, пока не истощатся все ресурсы планеты. Поэтому они и стараются под различными предлогами приучить как можно больше людей к обрезанию. Взрослые с дуру обрежутся, поверив рекламе, а потом детей своих уже сами обрежут, а те уже дальше будут делать это автоматически. Дешево и сердито. Автоматическая система самозомбирования населения. Да, об этом паразитам раньше можно было только мечтать. Как видите, если знать кое-какую информацию и внимательно читать новости, информационные сообщения даже в наших, полностью лживых и продажных СМИ, можно извлечь немало пользы. Можно увидеть, чем в действительности занимается Всемирная организация здравоохранения, а также задуматься, почему она лоббирует именно иудейский обряд. Можно легко интерполировать полученные результаты и на некоторые другие международные организации, созданные и управляемые сионистами. Можно сделать вполне обоснованные выводы о том, кто есть кто на нашей планете. Можно приблизительно оценить ход малозаметной, но от этого не менее кровавой и жестокой битвы между добром и злом на Земле. Можно набрать информации в объеме, который будет достаточным для принятия некоторыми из нас решения о личном вступлении в битву за свою жизнь, за жизнь своих детей, внуков и остальных потомков. Этот материал является еще одним бесспорным подтверждением того, что громкие названия многих организаций, особенно так называемых международных, очень часто не соответствуют их реальным задачам и делам. Об этом лучше всего помнить, чтобы не попасться на очередную уловку типа планирования семьи, обрезания, сексуального воспитания школьников, политкорректности и прочей гадости. Ну и как вам это святое дело? Отвратительно. До слез жаль ни в чем не повинных людей, из которых по идиотскому, изуверскому приказу маньяка Иеговы делают зомбированных коллег на всю жизнь. Надеюсь, что мы дали нашим слушателям весьма ценную информацию для размышления. И время, которое вы, наши уважаемые слушатели, провели с нами, надеемся, было проведено с большой пользой. С вами были Николай Горюшин и Вячеслав Есиков. Услышимся в следующую среду. И, кстати, никому не советую подобным образом подписывать договоры. Контрагенты могут неправильно вас понять. До свидания.